Всем привет, друзья! У нас последний матч игрового дня, плей-офф. Первые матчи уже два отыграли. Neskill против Папы Точка играли. ДНК против Семьи Небезартовода. Вы все эти матчи уже можете на канале найти. И у нас третий матч Катюши против Поносик. Мы немножко пропустили начало, потому что досматривали этот матч. И тут ребята уже сыграли 8 боев, 9 боев. Пока что что? Пока что у Шотника, Инспира и Нимфоманьяк идет очень хорошо. Нимфоманьяк на 3700 отыгрывает, Макс на 4000, Шотник на 4200. Результаты хорошие, и по урону получается у них почти 12, и по очкам, да, все, победы. У Силика, Ноунейма и Помидора чуть похуже, хотя время боя, да, чуть побыстрее. Похуже на 1000 по очкам в среднем, но понятное дело, что это даже еще не половина матча отыграна, и все может поменяться. Силик в 4450, Ноунейм 4400, и Помидор тут, конечно, оплошал, у него не пошел Леопард, он решил поменять на СТБ-ху. 2800 пока, ну блин, Ноунейм 4400, Силик 4400, это хорошие результаты, то есть вполне, если Помидор немножко прибавит, могут камбэкнуть ребята, переходим смотреть именно их, сейчас залетим в ТС-ку, начнем, наверное, что, с Шотника, Шотник без вебки, да, тогда Нимфоманьяк, будем смотреть за девочку, которая дает 3700, только что за спичку смотрели. Который 4К, и Нимфоманьяк с 3700 тоже интересно. Как она будет выдавать? Плохой. Что можно поехать вот сюда, а здесь можно стрелять в танки, а вот здесь желательно стоять в кустах. Все поняли? А, старого больше хотите? Ну давайте за девочку немножко посмотрим и за старого. А, блядь, надо за старого смотреть, нет. Иди, ну ты хоть раз, блядь? Девочка, извини. Девочка, извини. Девочка, извини, реально за старого. Блядь, за старого? Я же помню, как мы в прошлый раз за старого смотрели. Там переживаешь за него просто нереально. Там за Макса просто нереально переживаешь. Мы 0 играем с левшой. Надо за Макса смотреть. Также 17. Также 17, да. Просто пишут в чате, что в 20. Нет, вы в 20.00 играете. В 17 играем мы с Ликви. План на бой. Мы с Ликви, блядь, охуенно. Ты нас уже за борт, блядь, пидорнул. Мы с Ликви играем, а вы там, блядь. Идите, ебитесь, блядь. Сейчас я вам шансов нет. Нир тут? Я буду держать центр до Талова. Он пошел. Типа у них очень много СТ, это реально. Откуда я вообще это плохо, знаю? Потому что динамика боя сейчас взвинтится до сумасшествия. Да, у него типа на стриме его нету на вебке. И Катя тоже там скучает. А стрим выключен? А, блин, у меня вебка на максе, вебки, да? На вебке его нет. А. Да, я хотел у него спросить, что он заказал пожрать, я хочу тоже взять. Я тоже есть хочу. Вы понимаете, ребят, если бы не те, блин, зачем вы про еду ездите? Да? Трайк, ты что заказал? 3500, я еще ничего не заказал. Мы бы, блядь, просто их обоссали, а блядь. Вот просто... Блядь, у меня даже шавуха заказал. Вкусная Геля, есть, заказывать шавуху с ананасами. Это позиция на Е3. Я сюда вообще никогда в жизни не заезжал и никого тут не видел. Я вот спрашиваю, что вдруг кто-то это самое, что-то придумал интересно, что заказать. А ты блюешь от ананасов в пицце и в шавухе, правильно? А нет. Я, кстати, люблю пиццу с ананасами. Блин, фу, ананасы. А Юлька тоже любит. Нет, пицца, блядь, с тамаханская это пицца с ананасами должен любить твой мужчина, нет, блядь, а не ты. Держу в курсе. Господи. А что ты взял, что она будет вкуснее из-за ананаса? Скажи, ой, бля, пожалуйста. Что она? Кто? А чё, брачуга? Как там? Ты знаешь, про что я? Знаешь, про что я притворяюсь? Я вообще не понимаю. Уберите его от меня. Там появился новый мемас, у меня хомяк называется. Маханская, я ничего не взял, я просто знаю, блядь. Кого ты лечишь? Я никого не лечу. Бляха, я боюсь. Ты знаешь, кого она лечит? Откуда Костя это ты знает? Ты знаешь, Костя. Я боюсь, пробовал. Откуда он Костя это знает? Он пробовал. Блять, я боюсь это знать. Эти бабы меня сейчас задушат, блять. Пощадите, помогите, блять, помогите, спасите. Пощады, блять. Пощады прошу, блять, это невозможно. Их, блять, не пере самое. Макс дал блайнд, вроде нет. Ой, хороший выстрел вообще. Mm-hmm. Так, а кто за кого болеет? Ну, короче, я, наверное, болею за Шотника с этой, с Катюхой. Я всегда болею за ту команду, за которая старого проигрывает. Ну, я страйк по справедливости хуярит, я понял. Ну, типа, Поносик проигрывает, значит, за Поносик. Поносик начнет выигрывать, я просто не знаю, каким надо быть мразью, чтобы не болеть за Инспирера. Я против вас болел, потому что вы выигрывали. Подожди, я, ребят,
один вопрос. У меня до 20-го боя очки были отключены, чтобы не тильтовать. Блин, кто вел 7-7 до 20-го боя? Блять, вы нос к носу шли. Там менялось. Но в основном вы чуть-чуть. Разница 100-200 очков была. Меньше, да, меньше даже было. Там в один момент 10 очков разницы. Представляю, как вам было интересно смотреть. Пизда, чуваки, завидую вам, завидую. Вообще похуй было. Мы смотрели за тобой, чтобы пиздить твой онлайн, вот. И да, мы же реально, мы чисто заходили на твой стрим, потому что понимали, что их смотреть будут. Я ему и так прошлые рейды не вернул. Я, блядь, не мог найти, я против кого они играют, блядь. Я только вот по таблице понял, что там еще помидор. Потому что я смотрю на онлайн и думаю, сейчас кого-то так, найду. Блин, точно, еще же помидор играет, про него вообще все забыли. Да, я говорю, я вообще не мог понять, против кого они играют. А еще ноунейм, да. Заходите на сайте в расписании, там чекайте на никнеймы и вас кидают на А зачем на М4 играть здесь? Я не попадаю пока по 400. А он же на Лиге играет, нет? Не, ну, а если бы он поехал туда, что бы он? Ее бы разъебали там, в ноль. Еще две разъебали. Вот, нет, туда хорошо. Можно ездить. Инфаун, наверное. 8-7 КД. Он стоит на я имею по Алине. Олег говорит про М4. Наверх, типа. Он мог ехать туда на М4 спокойно. Не знаю, почему Фадик решил сюда поехать. Да. Здесь же неудобно. Так, ты здесь солос, просто сюда поехать, как будто мы увидели. Пока, да, скажу тебе точнее, когда приеду. Слушай, давай я с тобой решил сюда почему-то. У нас все хорошо везде. Здесь это просто дефовая позиция стоять. Может, на тренировках просто сюда раскатывать. Я тоже вижу, что там все окей. Я просто не вижу. Бля, короче, грани, согласись, что очень приятно, что Левша пошел тренировать. Вот прям охуенчик, прям по-братски. Кость, ты сейчас еще через часик спать пойдешь? Не, будет вообще замечательно. Да, нет, не пойдешь, не будешь уходить? Я до конца буду этот, блядь, сидеть смотреть. Уй тебе, блядь, с уважением. Сраный Джо, как ну ничего, я завтра посмотрю ваш матч. Вы как раз с Левшой вместе играете. Одновременно, и только у меня можно будет и то, и то смотреть. Даже по расщелине лучше. Его, блядь, не слышал. Не только у тебя, блядь. А может на корону подняться, где... Или на корону поднять, да. Ну, короче... Команда выигрывает. Да. Так нет, я нормально тоже отыграл. Там крест просто чуть-чуть не доиграл из-за тех проблем, а так нормально. Я на свой уровень отыграл. Лучше уж точно, чем некоторые твои коллеги по команде. О, господи. Вот он, блядь. Женоненавистник, нахуй. Не, я люблю женщин. Да, да. Просто, сексист. Просто в танки умеют играть. Просто не сексом с ними заниматься, да? Гав-гав. В плане секса они не очень. Просто 2,5 человека умеют играть. Там спичка, трис и кто еще. Опять этот песок, опять он без очей. Элли Дэнджел, наверное. И Джов. Ну еще Катюха. Неплохо вроде играет. Эй, Джов, да, эй, Джов. Ах ты, блядь. Борода, прямо к себе вот так надо жестко ехать, чтобы агрессить. Кто-то шутку понял, блядь. Я прям сейчас по короне вверх поеду. Хорош. Если Джова обидели, заебись. Орву. Иди подрочи. У тебя чек-лист на день, да? Обидеть Джова, галочка. Он еще орва. Беру. Блядь, ну, кстати, ну это как до трова там челлендж. Я, кстати, хотел, чтобы ты в нашу команду попал. Вот. Но тебе радуюсь, что ты не попал, потому что он пошел ты нахуй. Зачем я тебе в команде два чела из третьей корзины, блядь? Ради медийности. Вы пострадали. Чтоб ты говорил, ало, я перестрелял вторую корзину. Похуй, да, тебе главное медийку, блядь. Ну ясно. Это, блядь, потреблятство ебаное. Нет, это москвичи, да, тебе называется работа. К такому отношению, да, к это называется работа, братан. Отлично. Работа еще одна. У женщины своей спросишь, как это называется. Которая тоже сейчас онлайн хорошая, больше, чем у тебя. Леопард еще. Серьезный стал какой, ух, блядь. Под тобой леопард. Да не, жестко, жестко. Просто ты можешь свою женщину спросить, а он нет, потому что его женщина не разговаривает. Вот это... Давай, давай, и убери его. Какая же ублюдочная. Жестко. Ну чё, Страйк, давай с тобой, блядь, это самое, в октагон, в наше дело. Типа тяжи нету, по 8... Слишком худенько. Как Шамаханская, да? Тебе надо набрать... Так, ладно, с прицела уезжать, вот ты сводишься. А, блядь, не хватит, да. Блядь, у меня минус... Сколько? 20? Вот ты сводишься, сводишься, а танк уезжает. Ты 95? Сводиться дальше? Нет. Или стрелять в танк, который уезжает? Как значит, 25. Вы, блядь, математики. Блин, по Джоу не скажешь, что он 85. Ты мне вчера говорил 88, Кость, как 3 килограмма скинул за день, рассказывай, блядь, методику. Нет, я да вы уже рассказывал, что типа калий. Джоу, а у тебя 1,80 есть? 1,81. Я несколько дней же, блядь, на кальянах и чаю, блядь, провожу по 7 часов. Не ем нихуя. Как вы думаете, блядь? Ну не повезло мне на карты.
Реально, я сегодня встал на весы, блядь, у меня там 86. Смотри, аккуратнее, блядь, сахарок упадет, будешь к турику не готов. Следующему. Но... А ты страйк с сахаром повышаешь? Олег, а ты блядь, где 110 прячешь, думаешь? Сахар, блядь, повышаешь. В одной руке сахар, в другой руке одноразка, да? Нидина включил ебучего. Третий инсулин. У меня две сбаночки. Блядь, ты про Нидина сказал. Олег, какие нахер 110? Как? Откуда? Где? Кстати, да, Олежа. Прошли те времена, когда было 5319 и на весах 80. Стоп. Я, блядь, 80 килограмм весил в 19 лет, 18. Стоп. А, ну ты по 2 метра, да? Да. Я метр 90. Не. Ты, блядь, здоровый, слишком хуй. Не, ну 110 я, блядь, как бы нахуй слишком же разжирел, конечно, пиздец. А ты что, в зале не занимаешься? У тебя расходка на 100, правильно? А на копах на винтах? Да. Не, я прихожу до командовой. А ты же когда-то вроде мечтал на Стронгмена или на что-то такое. Теперь мы готовы. Натренироваться. Атланта, шар Атланта, блядь, таскает. Да-да-да. Ну тогда поехали. Ты забил на этот спайк? На что? Ты как-то говорил, что ты хотел натренироваться то ли на Стронгмена, то ли на какой-то этот, типа, триатлон, что-то такое. Ай, да ты, так в смысле хотел, просто фантазии были, блядь, Iron Man. Я честно, вот, ну я хоть побегал полгодика, точнее, годика побегал. Это самое... Не, ну после Дауни-младшего, реально, ты бы там не очень смотрелся. Это надо много лет тренироваться, чтобы Iron Man выполнить. Там же бег, плавание, я обязательно начну ярить прям, блядь, в темп. Слушай, а может мы вдвоем поедем? Ну я смотрел, как не плавил Iron Man, ты можешь его за... Не понял еще раз. Мы с Катей налево на этих тяжам, а ты центр. О, они на танке поменялись. Короче, ты можешь кашком там полдистанции. Приятного. Но там же есть ограничение по времени, нет? Ну есть ограничение по времени, чтобы оно так важно. Блядь, сейчас подойду через минуту. Главное, чтобы тебе хватило. Я Макдональдс вывести в целом. У нас проблема в чем? Держать, чтобы успеть в это время ловить. А у меня теперь во вкусной точке нет этих бигмаков. Ну, лионы не такие уж барабаны. Блять, как же охуенно. Я двойную картошку создал, два бигмака, наггетсы и всякие... Сука, есть хочу! Блять, это ж калории, брат. Я поляю, да. А Нир — это вот та сука, которая жрет как не из себя и срет как не из себя, да? И не толстеет. Короче, у меня обмен веществ ёбнутый. Ты жрёшь и не жирнеешь? Вообще. Да, я жру да. И не то все. У меня вся еда за час. Тебя сейчас все девушки из ТСК обливают. Я не толстею тоже. Я ем очень много. Но это как тебе, же вас распердолит в 30? Или да, это так, со стороны? Ребятки, это вас распердолит пизда. Через верхнюю. Я правду, и вот Гитька правду говорит, если он только еще что-то сделает так, чтобы я умнулся. Я 26, весил 76. Это просто 20. Я вешу 61. Я до 30 весила 40. А какой твой рост, Шамханская? Почти 1.70 метра. Сколько она весит? Это нормально. 61. Ну, при ее росте 1.70 метра это еще нормально. Мне неизвестно, могут ну, так это... Ну, по-моему, мне все говорят, что по мне не скажешь, что... Ну, по тебе скажут, что 161. Потому что разбираешься в жопу. Ну, чубак меньше весить не может. Ну, да. Нир, тут пишут, это глисты называется. Да, реально рассказывают легенду, слышишь? Да, да. Мне тоже такое написали. Перевоз, блядь, щитовидка у него отъебнула, блядь. Не, у меня кос, я регулярно глисты. Купи себе, блядь, что-нибудь, дикарис там нахуй какой. Дикарис? Это как Драхарис, только дикарис? Вполне себе макдакона на страйке. Это не через рот, это через жопу, блядь. Мир просто выращивает кишечного дракона, ничего такого. У него там сотен драконов. Бля, старый тут ебёт. Всем пока, дамы и джентльмены. Да, давай, братик, ты обижал по делам. Сейчас придет через 2 часа, ребят, я там обижал по делам. Я там отбегал, да. Я просто угораю с тобой. Давай, удачи, Мекс. Плохая попытка перетянуть онлайн, брат. Вот мир, красавчик, удачи, Мекс. Много донатов всего. Остань мне, конечно, пиздец. Ахаха, блядь. Вообще, такие хорошие стримы. Гиены собрались. Я тоже, блядь, вообще. Мы всей команды. Я баба не за мной. Катя не видела? Страйк вообще под дефолту, красавчик. Все, вот, блядь, заебись. Векс вообще просто ушел, некого пришел, увидел, победил. А нахуя Нимфа до сих пор играет на ТВП, если она на ТВП хуй засет постоянно? Блядь.
От обратного. Не надо так завидовать. Ну, типа, может, просто единственный сак, который они могут собрать. Думаешь, Нир завидует, что кто-то сосет хуй? Конечно, блядь. Конечно, завидует. Ладно. Где сказали про члены, блядь? Он чё, блядь, постоянно на шумаканскую орёт, блядь, и подъёбывает её. Чисто из зависти. Я вообще её не думал. Так что она может, блядь, на шутника. Приревновал к членам, блядь. Взять кое-что. А он не может. Мы его сейчас зажмём в тиски. Соски, как говорится, в тиски. Целит. Трак пришёл, увидел, затянулся одноразкой. Давай ты на это, на приёмчик сыграй. У меня тут 20 просто есть. Зубы пожелтели, блядь, после этой шутки. У Страйка солевой никотин, у Нира солевые члены. Кого, блядь? Каждый затягивается, чем может. Как обидно. Он сейчас не дал тыку. Ебать, чё это нахуй, целится, блядь, в ебало попадает. Угу. Я смотрю, как Инспирит, он просто ебёт, блядь, чисто турбомашина. Да-да-да. У меня такое чувство, что ему свежую капельницу принесли, посмотри на него, он, блядь, аж выглядывается по сторонам. Мне нравится, как шотник ездит, нахуй, весь бой, блядь, сосёт. В идеале, если ты его сам забрал. Тебе ничего не напоминает, Олег? Ну, напоминает, нахуй, чей это фейстайл, блядь. Ваши семейки, нахуй, я смотрю. Шамаханская. Да что ты, да что? А ты не хочешь предъявить Ниру за Чубаку, блядь? Вообще пиздец унижения, я считаю. В смысле? Так это он нам прибил. В сборных. Именно нет, в сборных. Нет, если там присмотреться, он тоже там на прибил. Он больше похож на обезьяну, чем я. Защитники. Так Чубак, ну хуй знает. Блядь, я... Бак, голосование, блядь! Хорош. Голосование. Посмотрите на Нира и на меня. Кто больше похож на Чубаку, я или Шаманюк? Там 100% обезьяна. Короче, на будущее, Кать, типа, сделай отстрел средний. Вот эта выкатка не сверху делай отстрел, а со средней, чтобы ты. Слушай, вот если в октагон Нира и Шамаханскую, как вы думаете, насколько быстро Нир получит пиздолей, блядь? Сразу же. И ты именно под меня выкатываешь, мы оба Шамаханская, а подожди, а Нир же, блядь, он же высокий, да? Он худой, но высокий. Сколько ты, сколько у тебя? Он по 2 метра, по-моему, нет? 1,90 метра. Ёб твою мать. Да вы все под линейку там, что ли? Не, ну я на каблуке 1,85 метра, поэтому, в принципе, если я буду каблук, да, Кать, там надо только будем нарал, потому что Нир он тебя в голове. Ты на каблуках, ты на каблуках, Нир под каблуком. Так, такое ощущение, что все, кто в реале в танк не влазит, пришли сюда играть. Долбоебы попадаются. Вам, кстати, не слышно, как у меня там этот говорю, сам шумит? По себе сетап говна. А, ну, это только когда ты говоришь. Да, вообще, да, я на это говорю, что так нет. Нет, вообще тяжей. Зря я сказал это, да? Да. Я этого не замечала. Шампанское применение запрещенную технику не будешь на Чубаку. Блядь. Бо, какой лёд вкусный. А если... Всё, давайте, собрались. Хорош, будьте морально искусственно. Катя, ты где будешь играть? Я тогда нет смысла, Макс. Давай. Тут не стоит втягиваться в их позиции, потому что у них медленный сетап. Можно закиснуть. Легче в позиционке с ними постреляться. Да, да, лучше. А то ты сейчас поедешь. Перестреляю, да, мало с этого лучше так, да. Всё, я, короче, на это... Я тем более, ставлю... кстати, вот смотри, и что вы молчите? Преимущество, да, у них мало сотка и вазик, у них нет ни одного хорошего. Да, я тут отвечал. Я слышу, не помял. Если у нас вазик замет, то мы его просто можем убивать с тобой. Угу. Вот в чем прикол. Короче, я сначала от дырки сыграю этой стандартной, потом посмотрю, как он поснимается. Блин, просто уже от дырки хотел, ну ладно, другую позицию поеду. Ты можешь, но пока такое, потом уехать, 16700, я 16к. Вообще все тайминги из этих союзников просру, из этих гениев, которые рулить не умеют. Блин, здесь Макс может раздать просто пипец. Ему так надо... он и раздает. Я вот так что за ним смотрел, он их сразу раздал. Едет, блядь, сначала налево, потом поворачивает резко направо, потом снова налево. Его за это уже прав, блядь, решили бы. Просто заебись. Поиграл. Ой, как трясёт, да шо? Ника, блядь. Мыся трясёт. Ты слышишь, как он говорит? Вообще ноль. Не, я не слушаю. Его же ж трясёт, реально. Не поджать сразу, не, он не трясёт. Ебать. Он, типа, ну, на пофиг относится. Да чё, Макс, ну, я поеду. Я лезть быстрее, блядь. Чё, он ведёт и маус, ну, блядь. Ты можешь со мной сразу идти. Ой, дед старый, нахуй. Блядь, сладенький. Да ему надо было сразу налево ехать. Конечно. Ну, либо, если ты не поехал, то в воде сразу, блядь. А вот он стоит и смотрит теперь, как его союзники убивают, да, и думает, что делать, блядь. А проеду я по мосту. Блять, шотник, ты скромный, это пиздец, нахуй.
Артёв отдыхает, блядь. Тебе шлотник подкипает? Трёхотметочная псев, да, блядь. Я не слышу, а класс. Короче, чтобы Настя услышала, как шлотник подкипает, он должен орать. Да, если он будет подкипать, значит, это... А бывает такое, что шотник прям жестко орет? Так он сейчас, блядь... Что прям жёстко? Сейчас он подкипает. Когда не орут, они все равно... И Настя такая, только не в танках. По эмоционалу сильнее, чем некоторые, когда орут. Да не, он типа... достаточно сдержанный. Вот я чувствую негатива в нем, блядь, столько же, пиздец. Но он гаркнуть может? Как там говорила Катя, чем тише шотник говорит, тем больше он злой. Это, кстати, да. Может, развернешься, Макс, через центральную поедешь? Это все, ГГ просто. Это красава, так же я играла вот с красавой частенько. Если он молчит, все, значит, у него пиздец тип. Вазик вот отсюда стрелял. Что-то, блядь, шотник, конечно, блядь. Спасибо за 100 рубчиков. Ничего не напоминает, я понял, так выезжать. Так, у них стерва засветилась, да. Контркарик, как 1-1 Олег, ртм. А, Артак, где вебка? Там очень много деревьев повалено. Где, какая вебка? Нам надо лево пропылесосить. Ай, нахуй нужна? Олег уже настолько преисполнился, что он сначала стал черно-белым, теперь стал без вебки. Кто хотите, чтобы я свою вебку передвинул, блядь, животные? Его вебка у меня. Я украл. Вот это друзья. Че? Ну что от них так агрессивно ебашит, я смотрю. Не, ну вот он выезжал за этим дурачком. На... Ну да, да, я видел. У него была инфы по двум ПТ-хам. И, да, и еще по кому-то не было. Ну так атаки делаются. Нет, так не делаются, так сливаются. Это просто его сейчас не наказали. Но это страйк такое, потому что он так чувствует тайминги. Это, блядь, это заблуждение, это иллюзия. Так надо, что так нужно делать? Так, агрю на себя. Когда делаешь, тебя наказывают. Просто конкретно здесь не наказали. Шотник хуярит сквозь текстуру, блядь. Чармин 2. А тут, блядь, картоделы у нас молодцы. Владян, спасибо, братская шамаханская, настоящая или у нее губы? Шамаханская, у тебя настоящая губа? Настоящая. А даже если сделаны, так хуйня начинает. Ты можешь забивать вот сюда, поджиматься, подарила. Типа, фар, все, что... Не, типа, я вообще не понимаю типов, которые против там сделанных каких-то частей тела. Это ладно, ну, просто... это что у тебя одно дело, когда есть ты делаешь уродливо. Нормально, другое да, дело, не, когда ты делаешь, это уродливо. Да, если да, это да. Не эстетично вот, смотрится, и обычно то, да. Форсит... Проблема в том, что делают эстетично, блядь, 0,0. Там есть же эти голливудские звезды, которые сделали операцию, и у них нос по пизде пошел. У меня по КД спрашивают этот вопрос. А что звезды есть? У нас блогерша одна. Из Одессы как раз, Настя Шпагина. Она на Москве у кого-то хирурга нос себе делала. Ой, да, пиздец. У нее нос провалился. Нет, это епись КД. Да. Я видел, у нас бомж, у него носа вообще нету. Он как этот, блядь, как голова красная из марвеловского фильма. Это вообще страшная хуйня, блядь, чисто. Я, кстати, раньше, когда это, только вот это вот училась, когда я очень хотела нос себе сделать, но потом подумала, что не нахрен. Я не знаю, это когда... очень... Он когда а я, если денег сломали, не собираю, я думал, буду делать. Для меня это такой пиздец, нахуй. Это просто... я... Да хуя делать нет, нос, нет, блядь. Мне, кстати, ёлки, нахуй, это вообще самая, блядь, неважная часть тела, блядь. Нос? Да. Не согласен, нос это, блядь, мне, кстати, говорили, может быть, вправить его кулаком, типа, но я не хочу еще раз ломать. Мне на тренировках справили кулаком, блядь, мне теперь его надо назад своронять. На нос, блядь. Я хочу когда сделать, но смотришь, реально... Ты нос, блядь, рассматриваешь. Боже, ну ты же на лицо вообще не хочешь объективно добавить. Что ты рассматриваешь? Жопа, фигура, блядь. Блядь, то есть если страшный ебальник, но хорошая жопа и фигура, то нормально? Если у вас логика, ну это срака, пакет на белый, нормальный ебальник. Это вообще не ебало. Это аксиома. Это в целом экспрессия, блядь, и тело. А еботник реально может быть... Не знаю, я вообще на телок не смотрю, блядь. Не помню. Конечно, тебе пацаны нравятся. Тебе понятно. Тебе мужика как-то... Все знают, что Нир чаще всего смотрит в чужой мужской лобок. А, сука. Да, и Катя молодец. Нормально, Макс, ты чисто это... Пылесос. Не, я, блядь, хуйню категорически не согласен. Если ебало страшное, мне кажется, вообще похер какая-то в жопа. Ну да. Ну, блядь, ты никогда не видел нормальную бабу с такими мозгами, со страшным ебалом и с хуйным телом. Они в тысячу раз сексуальнее, чем, блядь, тупицы нахуй с охуенным, блядь, ебутником, у которых нихуя нету ничего в башке.
Это как говорится, о чем с вами трахаться. Блять, понимаете, вот сейчас страх так рассуждает, если жопа есть, значит, в башке есть. Подачи, блядь, старших, так сказать, товарищей, которые много чего повидали в жизни. Я предлагаю. Нет, страх, подожди, мы не обсуждаем мозги, мы обсуждаем внешность. Так у тебя это часть сексуальной энергии. Олег, мозг, блядь, это важнейшая часть. Да подожди, мы внешность обсуждаем. Так нахуя ты, да, просто ебишь люк, блядь, пиздец. Там нахуя, блядь, люк, который, блядь, в этих... Подожди, страйк, дай сказать. Олежа, красивое лицо важнее жопы сисек. Это база, блядь. Если это как кто-то там был красивые сиськи, жопа, но страшная ебала, блядь, вообще на нее не встанет никогда. А я тебе скажу следующее, что можно из крокодилева ебала сделать, блядь, приемлемое ебало. Мы не обсуждаем то, что можно сделать. Можно козе хуй приделать. Солнышко, Олежка, ты знаешь, что можно сделать... А потом она тебе родит крокодильчика. Точно так же красивые сиськи и красивую жопу с помощью операции. Никогда в жизни ты не сделаешь при помощи операции жопу нашу. Жопа красивая может быть только та, которая приседает 100 килограммов от рабочего веса. Я тебе покажу пластических хирургов, ты охуеешь. И больше ничего, нахуй. Подожди, страйк, жопу можно... Ты охуеешь. Тебе вставляют в жопу силикон, нахуй, это просто уродство и фрики. Нет, не силикон, нет, не силикон, не силикон, не силикон даже. Можно импланты, конечно, ставить, но сейчас то ли амбидопластика или что-то такое. Вещи, нахуй, базовые, блядь. Я говорю, базовые, нахуй, против которых невозможно спорить. Страшное ебало. Если страшное ебало, это природа отдыхала. О, все это, блядь, нахуй, блядь, крест на человеке, блядь. Знаю, когда так большинство, вот как, вот что нужно не делать, блядь, чтобы понять, что ты красавчик? Это, блядь, считать так, как считает большинство, блядь. Так я, блядь, так вот не нужно. Вот ты просто мантру, нахуй, рассказываешь, блядь, любого, нахуй, подкреповича, который с мужиками в бане, нахуй. А, нет, я сосёт пивас, блядь, самый подумал. Дешёвый. Чтобы меня... Блядь, страйк, ты занимаешься тем, что, блядь, ой, я не хочу быть таким, как большинство. Мне фокус. Нет, я занимаюсь, большинство. Блядь, просто тем, просто что мозг подрубаю, нахуй, понимаю. Я, блядь, а что такое на самом деле, блядь, что поедут, охуенная тёлка в плане сексуальности, интереса и так далее? Это тёлка с мозгами, блядь. Страйк, ты про харизму говоришь. Про красоту. Вот для меня что важно, блядь. Харизма — это всегда будет секс. Это всегда секс, блядь, автоматом. Сексуальная энергия, она завязана, блядь, с интеллектом. Оболочку. Оболочка важнее лицо. Всё, блядь. Оболочка, нахуй, это прям мужики, на один раз просто подрочим и посмотрим. И все. Да, да, все, страйк, давай нахуй. Подрочим на игру. Давай с тобой. Подрочим на игру. Как хорошо, что вы друг другу не попались. Тут просто три мауса, блядь, посмотрите, в каком шоколаде шотник, ёб твою мать. Можно мне крест? Посмотрите, как ебут арты инспирера. Бля, я кайфую от того, какой ситуации шотником просто выезжает и дает на клыка трем маусам. Но маусы сейчас быстрее кончатся, чем сыграй, как сама видишь, как считаешь нужным. Блять, а чё, блять, обсудить, кроме себя, можно брать, нечего? Давайте, ребят, бой. Естественно, просто ни одного, ни одного. Страйк, ты заебался, как тебе включились. А где шотника, блять, стрим, я его не выбрал. А, все на видео. Я дать? Не, не надо. Мне не надо давать. Я нашел. Подписку, да я тебе не дам. Не-не-не, Алён, ему не надо давать, блять, ты женщина. Я вообще-то Настя. Да похуй, что? Да похуй, что, блядь? Вообще, да пизды. И что такое? Да мне похуй! Артём, похуй! Блядь, это идеально. Артём, пошёл вон. Это цитата, блядь. Я вообще-то Настя, блядь, это сильно. Да похую, блядь. Это Джо сказал, что он Настя? Блядь, я просто не слушал. Это я! Пошла она, ты нахер, сучка, блядь. Тебе, Кать, если играть, то вот эту вот сторону. Бля, потому что сейчас в спину будешь наши танки убивать. Если можешь, рассуждайте, пожалуйста, по турниру. Да, блядь, мы какую-то хуйню обсуждаем тут, блядь. Если не можешь. Уже, блядь, все со стрима съебали, блядь. Артака, да. Не, ну под конец, может, еще раскачается. Они уже половину отыграли. Ну пока бой, конечно, не очень. Ну, отрыв нормальный пока. Очень забавно, как шотник пытается не гореть плецки, и морозить. Да он не горит. Подгорает у него, подгорает. Нет. Макс, а попробуй тоже сыграть через внешку. Да не, это просто я 100% раздражение. Игровая хуйня, да. У нас просто 1К91 держит всех. Чувак потеет на результат, тут, блядь, другой вазик, который рядом с ним играет, тоже потеет на результат, блядь. А так кто сапку может подарить? Раздражает. Давай, я с тобой разменяемся. Никиту, что ли? Чик, я подарю. Напиши, чё. Плей, Нидин, давай разменяемся, ты мне, я тебе. Давай, я тоже мой канал. Так, а какая разница нам, ну, типа, мне нужна, ему нужна?
Вот я написал у него в чатике, кидай этот, у Шотника. Короче, у кого я ты поехал на то, на... А, ну, ты, ну ты же у Шотника? А мне не Шотника, не, мне на Катю надо. Давай, подаю. Сейчас, где ты тут? А вы типа бесплатные эти гифки или что? Да, гифки, блядь, скидываем друг другу. Дико они у Кати. Так, Кати... Очень круто для нас. Я у Кати сейчас напишу. Шамаханская помощь. Вы чекнете? Не дед чекнет, а она все время сама чекается. Сейчас. Блядь. Давай, давай, закрывай ее. Ой, вообще хорошо. Умничка. Есть у тебя? Теперь сама аккуратно с головой. Ты посмотри, а. Блядь, можешь скинуть ссылку, пожалуйста? А, понятно, классно. Я не могу зайти. Нет, все, Влади, забей. Мне надарили девочки, блин. А, тебе надарили уже? Да, они вдвоем. Блядь, сорян. Да я просто пока искал, блядь. Я думал, ты за Сотника тоже надо. Это долго. Иди, давай анализировать игру твоей женщины. Как ты ее хорошо научил или хуёво? О, конечно, получилось. Этот... Все, да, я Макс, не к лесу, Катя, подъезжай, я буду эту линию. Слушайте, она сама что ли играет? Давай я подарю да, сама кому-то, кому нужна платка. А вы в танках познакомились? Катя. Ну нет, не в танках. Блин, подожди, два рандомных человека познакомились где-то, и, блядь, оба танкисты, это прям? Да. Охуеть. Ну не где-то, типа там, такая история, что... Я тебя не должна ебать. Не, я ее в чате на каком-то стриме, короче, увидел, типа, перешел ее в профиль и увидел, что она стримит. Но она стримила последний раз полгода назад. Пробую, а понял, потом понял. Мне так уведомление через пару дней приходит, что она стримит. Я такой, ну это судьба. Я понял. Ля, какая история? Мне. Рука в говне, блядь. Я среди ребят спрашивал. Да-да, давайте, халявщики. Нихуя Шотник выдал только что. Перезаряжайся. Хороший. А, ну нет. Перезаряжай. Карту. Пока такое. Не торопитесь, дайте зарядиться и сыграйте вдвоем, убейте это все живое. Предыдущий у них бой был хороший на 20к. Нет, это КПЗ, блядь. Я считаю, это история знакомства должна быть экранизацией для Netflix. Катеть в Лёпика? Блядь, для Netflix это надо, чтобы он с Лёпиком познакомился. Один негр, а Катя... Не-не-не, просто это были, ты знаешь, типа такие отношения. О, я её увидел, она мне понравилась. А потом такой хуяк в конце снимаешь пари, блядь, это сам не Дин. Где он? Не, потом хуяк у него встаёт на неё, а у неё встаёт на него. Ладно, это Netflix, блядь. Это больше похоже на Netflix. Да. О, Нидин, господи, я думаю, тебе понравилось. Ну, если карта это хуйня, то они пичкали. Ну, вот это все помимо ебать сраку, да? Давай, Митрал, спокойно. Вот это вот, это грибы. Не-не-не. И была идеальная картина. Блядь, 40 минут из часа, блядь, они... Выдать вам 55. Нет. Охуенная драма получилась, мне понравилось. Это... Короче, блять, что-то тут балаган пиздец. Если кто-то хочет нормально покомментить, го в какую-нибудь отдельную комнату. Мне, кстати, давай, играть, так, ну, я реально что-то давай, не вывожу играть, это уже. Давай, мы нормально посидим. Ну, вы поджали типа Мауса, и я вообще ничего User не могу сделать. О, нормально. И, короче, когда я вот так поджимаю, Макс, ты должен центрально вот эту перемычку поджимать. Ты с этой центральной перемычки выставляешься, от головы просто их унижать. И тишина. Да. Ну я просто кушаю. Ну, сейчас пауза, не бой сейчас. Там с этой центральной перемычки настолько имбовый рельеф, ты выходишь, у тебя там просто краешек башки торчит, и ты их в ноль попускаешь. Че, покушай. Я под красную линию поджал, ноль стрелов, меня дверты начали обоссывать, потом, блядь, стерва приехала, а он начал на меня стерву обоссывать, потом союзник. Особенно последние ошибки там, что-то такое. С интересным мнением со стороны. Я не смотрел все катки, я сам тренил, вот. Но последние были потные, да. Последние катки боже, очень классно перестал, прям выглядело, очень. Особенно вот этот выстрел в люк Минотавра. Да, да, ты видишь, я в камеру охуел. Да, да. Я сам с него охуел, чувак, блядь. Я, ну, типа, он непробиваемый. Я вот там думаю, 100, может... Там 100 выстрелов дашь, один попадешь. А, я вот думаю, может мне, блядь, вместо суперконя Е3 в начале так, катать на 10 боев? Ну, блин, знаешь, опять же, тут нужно понять то, что тебе паукар зашел просто. Ну, да. Да, я думаю, это очень сильно повезло. Была бы у тебя Прохоровка с ЛТ, ты бы так особо не повыебывался. Там более сильные челики на Е3 сосали. Я даже, знаешь, просто из-за того, что не заходит карта. Я играл на Е3, у меня 3600 было, чтобы ты понимал. Ну да. То есть 7 покаток. Макс, ты аккуратно, карта очень хорошая. Поэтому это такое. 30 тысяч КПМ. Я вон вчера тоже на Е4 дал, 6 тысяч среднего. А сегодня дал 4, там, 400 или 4300. Да у нас, блядь, Кресп в таком тильте, он даже не стримил ничего, он, блядь, мы закончили катки, блядь, он просто съебался, ему, я так понимаю, ему стыдно было за свои технические проблемы, он, блядь, очень плохо отыграл для своего уровня.
Мне жалко такого времени. Ну слушай, но он вроде хорошо показал. Нет, он плохо. Типа, он мог еще больше, наверное. Он на млехе четверо выдал, это хуйня. Я могу на млехе четверо выдать, если захочу. Он должен быть. Ну так у него это технические проблемы, ну что он сделает? Он, блядь, за этого очень сильно тебе давал. Если захочу, мне так нравится риторика Джо. Я хотел, вообще там всех разрывал, я так чисто это. Не на турнире, конечно, так-то я на похуй играю. Зато он на вазике скомпенсировал. Да, да, но он все равно из-за этого как бы затильтовал. Ну, блядь. Какой бывает? На самом деле, не было бы у него 200 пинга, я думаю, у нас трюк был бы, блядь, под, вот эту под тысячу. Ну да, смотрел. на таких-то... Ну, вообще, на мляхе это не сильно решает, на самом деле. Вот на каком-нибудь танке, где долгая сводка, пинг-то... Не, мне кажется, решает, потому что мреха, блядь, она же требует еще танцевать правильно. Там борта картонные, блядь. Вот чуть-чуть не так выехал, он хп он очень много часто терял. Катки не видел? Я видел, он постоянно, блядь, не, с не хп видел. Бегал, блядь. Его постоянно ебали. Я смотрел за тобой, за спичкой. Ну, короче, его ебали постоянно. Нидин, блядь, красавчик, блядь, он пиздец вывозит, блядь, моральку. Вообще очень повезло, потому что если бы из вместе Нидина был какой-то просто охуенно играющий чувак, блядь, я бы жопа в ноль сгорела. Смотря кто просто. Ну да. Если какой-нибудь диффундер, да. Да, мне если какой-нибудь ликвидатор, навряд ли. Либо еще хороший чувак, он тоже, блядь, такой на моральку. Нет, не все перешли, если что, да. Как там Джоб сказал вот эта золотая цитата? Какой хороший ебаный бой. А, блядь, да-да-да, какой длинный хороший ебаный бой. Да, это типа того. Да. Мы сидим просто в этот момент, мы смеемся над тем, что ты все время, ну вот, почему ты, короче, докапываешься. Всегда какую-то такую вот эту микроштучку находишь. Да, я понимаю это, но на стадионе смешно. Не, это на студианках было, что типа бой был затяжной, и ты такой, какой длинный, хороший, ебаный бой. У тебя, кстати, там на пятой линии тоже кое-кто находится. Да нет, это замечательная фраза была, это прям шикарно. Не, я еще заметил, чат взорвался, когда я сказал, что Нидин ебет как господин там после профзоны. А я как раз повернулся, они чекнулись. А, не-не, это где я на Е3-м сдох, а он на Редшере подсосал кучу фрагов. Нормально, Джофф регулярно базы выдает. Блять, ну я просто пытаюсь как-то, блядь, не тильтовать, блядь, моральку держать. Потому что если я буду тильтовать, я буду максимально убого играть. Ничего себе, он цветок. Ну нормально, поменяли хотя бы. Эрлорд ебаный. Кстати, а кто-то мне может объяснить, нахуя, блядь, спичка команда, блядь, забанила Минск? Реально против моего фача, что ли, блядь? Я пока подвыкручу с этой позиции. И дрит ты через В. Не, вообще в целом мы можем перестроить Максу, все проблемы. Там мы сидели до хатки. Что, типа, наверное, из-за твоего фача. А зачем, нахуй, Минск банить? Поясните мне логику. Ушки там за этим бойничком. Зачем банить Минск? Изначально забанил был. Карта не нравилась мне. Блять, вот чё-то понятно, блять. Аэродром был лучше забанили, не знаю. Ну, аэродром, да, пизда. Да может у кого-то Минск со старых времен забанен, ну, перманентно, и даже после переделки не играл его. Не, мы летим их ебать. Что-то такое. Они, судя по последней карте и карту порт не особо хорошо играли. Я думаю, тебе стоит уже перестроиться. Блять, я вспоминаю, как я на фаче карту порт отыграл последнюю вот эту. Они ее не играли вообще. Они не играли ее. Они, наверное, они банили две карты, скорее всего. И забанили Минск, а эту нет. Не смогли получать. Нет, там же обе карты выбирают две команды. Одна одну, а другая другую. Ну, я про это и говорю, да. Да, да. Одна команда одну банит, другая другую, и обе команды банят две карты. Мы забанили утёс, они забанили, блядь, пиздатый Минск. Я вообще по барабану. Ранее ты видел, как я два барабана раздал на фаче, блядь, на порту, а? Прям... Ну, ну это такой кайф был. Все, рога пустая, Макс. Можешь выходить 277 вот сюда фармить. Я не помню, в кого ты раздавал. Может, я пропустил. На порту, блядь. Ебать себе, блядь, кто? Макс Семёрчев. Мы, скорее всего, смотрели в этот момент спичку. Ну, ладно, он там. Ну, мы их там мало посмотрели, мы, наверное, суммарно... Бывает стоит на базе. Процентов 70 тебя смотрели. Я на катках два танка фуловок разъебал. Двух барабанов на ФЧБ. Это, блядь, было охуенно. Не знаю, ФЧБ мне очень нравится. Ну, эту спички на него вообще не пошло. Конь КД. Я не знаю, как-то получается. Пробую в НЛД засунуть. Чё, Грани, сколько кальянов скурил? КД конь. Сейчас угли на третий поставил. О, я сейчас первого пойду возьму. Ну, я просто фармлю, стреляю по КД. Блин, не помял. Типа, сделал вид, что позлилось. Как они?
отыгрывают народных своих вонючих. КД конь. Бля, рыга выходит. Давай, давай. Ой, хумничка. Я понял, спасибо. Слушай, по поводу Минска написал же. Я тебе. Стерва. Да, блин, альфа пришла. Стерва вот тут вот стоит. Понял. Даже вот тут вот. Это лус. Блять, просто да, сука, да? Ебаный, блять, блядский. Думаю, да. Бледина ебаная, блядь. 7 на... Блядский, 7 на сколько? Конь, блядь, конь, это лус? Не, не, по карте посмотрю. Так у него долбоеба внизу, да. Сейчас эти грилинги, конченая, нахуй. Стоишь, сука, блядь. У них стерва есть, охуенная позиция. Попаданий, бледина ебаная, блядь. Просто заебала, нахуй, блядь. Просто заебала, блядь, такая хуйня. Могу рискнуть и в очко поехать этому челу. Ебучий выблядок, блядь, выперся, сука, нахуй, еще, блядь, на ЕСО там, блядь. Не-не-не, я сейчас могу рискнуть и получить много очей. Это просто пизда, нахуй. Пока живем. Чушка на рисунке. Ебать, там пенсия выдала. Вы за кого смотрите? Да какой фугане? 5 фугасов. Чё, за инспан я его подобавил? Он сказал. Он там выдал рэпчину. У него, наверное, 50 сказанных слов, 48 мат был сейчас. Сейчас откажешься, Вазик должен его выпушивать. Танчик вообще хорошо. Он должен сейчас просто... Бля, это очень жестко. Аккуратно сыграть, типа, тот фланг, а этот они вроде убивают. Да, сыграю сейчас. Я бы на вашем месте отмотал. Вот ради этого, это стоит того. А чё, я не слышал, как Макс матерится. Блять, ну Леон поагрессивнее просто. Ну, сыграл, ну там все. Просто... Ну ладно. Сыграл, блядь. Блять, Леон заруинил. Всех ду... Блять, Леон, пизда. Не, одного сняли. Что там, может? Может он выживет? Нет, не выживет. Mm-hmm. Нормально, нормально. Там ДВП его барабан убивает. Хорош. Охуеть! Лево, слева, лево. Ты чё, за дерзкой смотришь? Вижу. Нормально все. Ну да, вижу, вижу. А. Перво. Леон. Бля, сложно будет. Надо сейчас вражеского Леона. Блять, он засейвился. Да шо, не как-то выжил в этот пиздец. Сейчас он стяжки зайдут сзади. ТВП, конечно, подруинил. Команде противника бой. Да, да, и сделать может с кустах. С кустов. Да, она может сюда приехать. Нормально. Все понимаю, ребят. Да, вон он слева. Не хочу двигаться, не спалиться, чтобы... Блять. Стерва уже здесь. Стерва, да. 100%. Чуваки, блин, один танк полгода убивают. Блять, здесь я вот. Чувак, это просто имба, как я стояла на базе. Два бигмака, блять, две картошки больших. Есть, блять, ты. Блять. Толпоёб, блять. Трогладит. А, там, там где-то. Г0 где-то, да. Где-то. Ну, блядь, долбоёбом навряд ли можно назвать человек из этого. Сыграть мне. Но желудок тебе вряд ли спасибо скажет. Да? Я знаю. Ну, блядь, ну... Я есть очень сильно хотел. Я с утра нихуя не ел. Хоть что-нибудь, блядь. Узнать. Нормально. Ты фул простреляли арты. Да. Кто не тут скала такая? Нет, весной. Арта тут. Погоди, а 21 его там не берет случайно? Ну, хорошо. Блин, 55 метров не до рентгенивы. Блять. Выше поднимись. Не могу. Вот сюда. Да, в кусочка. Мне кажется, он будет ждать тебя. Сколько у него там хп? Я его фугой ты должен раскочегарить, наверное. Ну, ладно, сейчас бабахи. ПХ, наверное, верникова будет. Да, ББ. Маханская запускает шотник в пространство увеличения популярности не входит. Вот это да. Это пизда. Если слева будет, вы просто... Если он засветит слева, просто говорите мне вперед и все. Не надо говорить, что он слева. User left your channel. Вазик просто все ключевые танки поубивал Вазик.
Нир, посмотри в тимспике. Я нашел архивное фото тренировки команды Шанс. Арт, А9 карта. Хорошо, ваншотный для тебя. Это за, это завтра просто. Пофигите, он дуло. Прям отсюда. Блять, я тут петуч за домом. Ой, блять. Я на стриме показал. Мне кажется, серва сюда сейчас поедет. Да, 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 я так тоже думаю. Поэтому пока она переезжает, я попробую собирать. Ну где ты, крысюк? О, вот тут что-то сломалось, вот тут что-то сломалось. Угу, ну это серва, наверное. Этот... Это сток может быть сена. Арта. Сток сена сломал. Просто. Ой, бля, я так боялся за этот выстрел, ёбаный. Я не видел его. Лучше не смотреть, блядь, да? Да, да. Здесь очень верочная тычка. Глаза надо закрывать на такие выстрелы, блин. Сейчас мы обманываем. Гидя, там это пишет, хейтеры скажут, что это жоп. Это в ТС-ке вот это вот, да? Это то, что в ТС-ке? Да, один вонючий конь. Сколько можно было отфармить, если бы не этот конь? Реально, ты прикинь, конь закрыл мне на 277 фарм. Я стреляю ему, блядь, 25 тысяч миллионов выстрелов и просто ноль пробитий в НЛД. Ну, у меня один разочек забил. Ты посмотри, Борку? Да. Не пробивал там такой? Я Борк пытался пробить, не пробивался. И пытался в НЛД попасть. Ничего, блядь, бесполезно. Джоу, по мане уже не обгоним, да? 28 выстрелов, 11 пробитий. Киндер нужно знать про эту игру. Да нет, все в целом-то хорошо. Видишь, мы просто полетели, да? Уже был турбач. Я уже покушал макароны и ел с курицей. Позиции, ну, вот вкус. Ля, кайф. Свежие? Просто. Не будь нет, макароны я хрустящие, да. Нет, в смысле, ну, пачку открыл, хрущу. Свежепожаренные, да. Я 277 уже должен был убить, пока мы... У меня просто отвращение к макаронам, которые сколько-то полежали, а вот свежие прям кайф. Нет, блин, ничего готовил. Кстати, да, есть. Правда, сетапчик у них очень быстрый. Много, да, леопардов, леонов. У меня так почти ко всем, ко всей еде, которая... Может, я может просто Катя отстрел сделать? Ну, на самом деле, вообще нет такого. Отстрел она успеет сделать, супов, блядь, может. Это железобетоном. Я типа могу... Хорошо, я допустим, Полина меня будет там к 12. Я говорю, ну я пойду еще спать. Она уйдет куда-нибудь на тренировку. Я просыпаюсь часа в 2. А после сотой и пятой. Типа несколько дней лежит. А ключевое нам надо выиграть. Типа да. Не, блин, слушай, если у тебя есть майонез, то это в принципе вкусно все равно всегда будет, блядь. Это еще в общаге, блядь, хуйня. С майонезом все примерно в 1000 раз вкуснее. Если что-то хуйня, мазиком въебал туда. Кетчунеза и все. Да нет. Поносит. Я думаю, за Макса и... больше, да, надо смотреть. Я сейчас посмотрю, что по результатам. Ему главное не просесть, ждать нужного момента. А что там 16-200 на 16-800? Ну, слушай, нормально он это. Уже спустился с вообще позицию, небольшой разрыв. Но он может наоборот подняться. Но теперь точно не отдаст. Шотник 4-400. Шотник, считай, нам Лехи уже отыграл свое. Некогда. Нир. А ты видишь, а почему вот он на дроби едет вот сюда, а не на первую? Я тоже. Почему он поехал? Я просто так. Думал, может, потому что я тебя его забрать должен. Где Нир? Я тебя даже не видел. Да. Я тут знаю, почему он там не поехал первый. Он у них играет. Ну, у потому что первый только есть 101 будет. Может быть, потенциально, понимаешь? Походу там все. Посмотри, стаб. Типа они стаб. Втроем тут лучше отыграют, чем он один. Ну, типа, но... они говорят, ну. Это рискованно все равно, но. Я считаю, нет, это не лучше, потому что так они пылесосят карту в одной точке. Кать, и тебе бы вот как раз лучше стрелки. Всего на горе было остаться. Да, ну вот представь это ситуацию. Занимают гору не союзники, а противники. И что они здесь втроем будут делать? Они будут стоять под горой, просто целить. По сути, ничего да, не а делать. Так, и уехать тоже не получится, потому что тебя в спину с горы расстреляют. То есть, херня, то есть глобально посмотри, что он сейчас делает. Он полторы минуты хуйней занимается. Уже. Да, то есть он и Макса не отправил направо, и сам направо не поехал. Ну да. Ну, слушай, хуйня. А здесь ты успевает вначале встать на кипу проезда с этого респа? Она оба успевает проезда.
И где 13-105, и под горой. Тука там нимфомял сидит, поет. Гринка, да? 6-2, да. Чего? Она сидит, поет, блядь, там. Песни, блядь. Господи, где Е5, где Е100? Призовыми с прошлого турнира, там, так там призовых-то не особо много. Пол видеокарты купил, потому можно сказать. На первую играть. Надо на первую ехать. Сейчас подсоблю. Палочка что-то колдует. Классно поет, пиздёшь тебе идею. Да, пизда ему. Ты просто рви его, да. Блин, ну тут за старого реально переживаешь. У меня мода написал. Самое прикольное, что если суп сдох и в нем есть мясо, то можно его под краном промыть и потом схавать. Ну, я думаю, с голодухи не такое пойдет. Блин, я перемотал момент, где Инс выдал матерный рэп. Это идеально вообще. Так крипануть надо. Там, блядь, дед с батей степились по пьяни. Страйк с Джоом. Там страйк с Джоом. Блядь, в итоге сейчас Джо сюда придет, и у нас получится та же самая конфа. Не, мы просто Джоом на сотку. Скорее всего, за Е5 где-то в этом, в H1, К1, скорее всего, там. Надо было ему ехать все-таки на первую. Он бы эту сотку зафармил, потом пробу бы зафармил. Да. Ну что, отдохнули, хватит. По итогу, посмотри, какой у них бой. Вижу. Ужасно. Не, на самом деле, я вот этот мув сделал, ребята, и сейчас все немножко поспокойнее будут. Если не додумается нажать эту кнопку и его сожрать. Общаться. Ну, то есть там просто градус слишком накалился. По факту не было смысла вообще. Поэтому надо было дать передышку. Зачем они меня на гору отправили? Ну я бы спустилась, ну в смысле, когда уже спустилась, мне боже, уже эти два додика просто сдохли. Друзья, почему она не должна была спускаться с горы? Она же должна наоборот на ТВП кататься доедать. Че это еще раз спросил? Ну, я сейчас говорю, что типа ты не должна была спускаться с горы. Печальненький. На ТВП это почему? Хуйня, да. СТМ. Нету вообще тяжей. Да, походу здесь интрига тоже начинает нарастать. Не, у нее типа вопрос, зачем ее на горку отправили? Если вот она уже съехала с горы, когда, а ее отправили на горку, когда они с нее уехали. Даже хуже. Типа она не понимает, потому что уже вся карта была. Блять, ее просто не надо трогать, блять. Дайте ей соло, она хорошо отыгрывает. Дайте ей соло. Да, она сама хорошо играет. Я очень много бы наполучал. Она хорошо играет, да. Она у на леопарде в соло, блять, просто ездила 4К дело. Все. Стоял, боялся, да. Ну да, видишь, Фош просто в одной позиции. Что это, блядь? Блядь, нимфоманьяк еще. Что хуйня, блядь? Такой нимфоманьяк. Нимфоманка, это же та, которая секс любит, да? Да, но нимфоманьяк это и есть нимфоманка. Это немножко другое, по-моему, нет? Нет, нимфоманьяк не, чисто, это как раз нимфоманка и есть. Не, там нимфоманьяк называл левша, ему сказали, что нимфомяу, правильно. Это ник на троллу. Это же не, ник у неё именно нимфоманьяк, да. А ник на троллу нимфомяу, разные, да. Да, на троллу нимфомяу, а в танках нимфомяу. Точно сейчас ты правильно сказал тогда. Короче, ебаться любит, блядь. Понятно. Не, она скромная девочка. Блядь, я не знаю, кто с ней любит вообще. Нир, что-то не так? Я думал, нет, да не, я не про это, я типа, ну, прям ник такой, вау. Бля, нихера не поверился. А меня выкинули, да? Нет, все сюда перешли просто. Нет, мы перешли от вашего срача. Я вообще перешла по стратегии. Я думаю, где, блядь, Джофф, нахуй? Если вы будете, сука, пиздеть, то съебитесь сразу. Да, мы хотим обсуждать бои. А подбирайте вот сюда, конечно. Есть вопросик, а сколько спичка держала среднего? Если помнишь. 4К в этом турике. Ну, вот в этом матче. Я понял. 3944 у нее получилось. Это в конце, а до этого она 3600 так по игре держала без последнего. Да, а кто у них тащил карты? Ну так, блядь, нет, а у неё Млеха на последний танк была. Если бы она Млеху вперед заюзала, это не важно. Гекси тащил катки сильно. Гекси, я понял. У нас как бы крест проседал. Так нет, там и сантиметр на самом деле нормально отыграл на 3250. Ну, это охуенно. Это очень круто. Офигеть, ну, сетапи три минотавра. Нет, ты больше. Едет клиент. 3500 вызвал. 3500, да. Вот, на гору, а на гору. Почему он едет опять на цену? Алё, где? Ты да, последние бои сильно жестче дал. Она будет играть. Да. Я не играю. У меня ход зашел не так хорошо, как я хотел, конечно. Ну, может, карты, блин, такие все.
Бля, Макс отрелев, я от камня. Все просто. Он в начале на супер коне говна давал. Ребят, я что-то притягиваю в свою комнату людей, не знаю что. Я вообще... Ну что, шотник за ним камень? Я обычно очень мало говорю, но пиздец, просто все со мной... Опять на комнату выше, потом опять на комнату выше, потом другой ТС. Давайте просто не флудить, мужики, сильно. Давайте не... Нет, там просто реально градус немножко накалился, и я прям вообще не вывозил. Я отошел еще... Ты я отошел еще в тишине. В тишине немножко побыл, потом зашел и просто охуел от того, что происходит. Ничего не говори, иначе придется переходить. Она идеально два правых личка дала. Гранька, у тебя когда игры? Завтра в 5 против Толика. Завтра катки вообще просто. Так мы сейчас после матча пойдем трениться. Завтра мы против, блядь, убийцы морей. До матча. Завтра жестко. Не, до матча я буду смотреть. Не надо, блядь. Ах ты, блядь, хитрый ящик. Спрашивают, типа, чем занимался целый год? Чел отвечает, под именем Алекс переливал. Ой, бля, сейчас еще хуже будет. Нет, кстати, я заходил к Трис, там особо не было переливов никаких. Именно с ее стороны. Я видел, что типа бля, да, с Ангелиной было жестко. Давайте эту тему. А у Юли я не видел такого. Ой, блядь, душнилы. Хуйня высосана из пальца. Уже все забыли. Короче, уже все забыли. Ты приехал и опять есть ряд людей, которые на серьезных щах считают, что я Алекс. А, блядь. Видите, до чего дошло? Да, блять, люди на серьезных чатах. Алекс. Алекс. Да. Ну, люди на полном серьезе считают, что мы с вами родные братья. И они бегают, про это везде пишут. По всем нарезками. Также про Нидина и Шотника. Все, давайте эту хуйню не обсуждать, давайте бой. У ребят, в принципе, для да, вы шоу, все за инспа смотрите? Блять, как же у меня? Я за ним. Я за ним. Да не, у меня не привязана карта. Ну привяжи. А чё нахуя, блядь, мне этим китайцам еще деньги давать? То есть ты, блядь, ты написал что-нибудь? Я тебя не вижу. А я могу отправить сообщение только через... Бля, джок просто введи, все. Только через 10 минут. Бля, ебать. Там, у этих, у поносов катка на 20к. Да? Вот это да. Не дрись, то меньше сотки раньше. Догнали. Да, я говорю, просто вот начинается интрига опять, вот прикольно. Типа так же интереснее. Побольше играть. Ну слушай, ну они близко друг к другу же были. Ну да. Они там вот... Костя, скажите мне, есть пожалуйста, на Макс. Есть хоть один человек, да, который смотрит сейчас команду Помидора? Да не, ну они вчера уныли были. Ну ладно, я понял. Я прям даю. Не, мне интереснее этот взвод, потому что он более медийный, люди мне знакомые, просто я их хоть в реале видел. Я тоже. За Макса переживаешь сильно. Ну, Макс всегда хочется, чтобы старый прошел. Вот смотрите на его губы, когда он стреляет что-нибудь. Вот сейчас он будет стрелять. Да ты посмотри, как он выглядывает из-за монитора. Он их кусает, что ли? Ну да, он что-то делает ртом. Так, бля, не зубами ртом. Грани, мы все, когда играем в танки, мы делаем так ртом, блядь. Макс, выглядишь как рыбка в аквариуме. Не, как рыбка, это, блядь, это пиво, блядь, которое глазки. Ну, я не стал говорить, я не знал, как это. Ебать, бой жесткий. Мне кажется, вот посмотрите на глаза старичка. Бля, у него такое чувство, как будто 8 мониторов, и он на каждом из них инфу, знаешь, там где-то мини-карта, там где-то этот. Посмотри, как он вводит глаза. Посмотри. Он ртом двигает, он так дышит, написали в чате. Не мешайте. И монитор близко стоит. Бля, не стыдно вам смеяться над дедом, а? Она не короче, за ней капузачка вот катается, она такая, иди в жопу, мальчик! Она не говорит плохих слов, типа. Ебали старого, так мы не обижаем, это прикольно, типа. Русский патриархат. Ну, типа, без негатива. А сам при этом, вы заметили, сам гораздо больше начал ругаться матом. Нидин еще. Да, Нидин, кстати, начал херачить. Да, ну много даже. Ну поэтому. Да, даже для Нирью. Прошло переливание вежливых зрителей Клумбе. Шотник начал материться. Нидин начал материться. Вполне возможно. И Клумба такой. Опа, ребят. Стонкс.
Молодцы. И Клумба такой, опа, я тоже начинаю. Не, я не блендил практически. Не, Клумба, если не будет туго бабочку завязывать, он реально выебит всех по онлайну. А чё, думаешь, просто кислорода не хватает в голове? Да, синеет. Понял. Не, Клумба красава. А он как раз молодой, и он сейчас может по 12 часов лупашить. Так это мета. Это просто мета сейчас Ютуба и Трова. Чем больше ты стримишь, чем больше ты стримишь, тем лучше. Ну да, да. Ну, я не знаю, как на Трова алгоритм работает, там, возможно, каких-то хитрых нейросетей нет. Пять лет назад стримы, я посмотрел от пятилетней давности, что свои стримы даже, когда я начинал, два часа нир. У меня стримы по час 50, час 40. Да, первый стрим. Я помню, у меня там 2.50, это 3. На Твиче они еще были побольше. Да, нет, на Ютубе два часа. Мы только начинали, мы стримили два часа, и за два часа ты был таким выжатым, как будто ты на заводе смену отпахал. Из-за ора, вот этих приколов и прочего, а сейчас ты два часа и такой думаешь, бля. Сейчас резист, блядь, нереально. Да, тебе еще ебашить и ебашить. Так потому что ты понимал, у меня разогрев теперь в танках, блядь, это 4 часа игры. Да, да. Такая же херня. Я спустя 4 часа только начал хорошо играть. Ранее в очках был как раз. Ребят. Выстрел, 11 пробитий, блять. Ну я за целью. Бля, мне нравится, как Макс горит, это просто охуенно. Он так горит, знаешь, ну в нем нет. Просто если хотите приколоться, вот, ну просто сейчас перемотайте на Overlord, когда его убили. Это было пару боев назад. Там говорят, клип есть. Да, там просто шедевр. Кстати, они Макс вообще выдал. Кстати, они очень похожи между собой, внешне. Они все тут. Отлично. Мой город поджигает. Брат с сестрой. А ты про кого? Не Дин, кстати, они похожи между собой. Здорово, Вильф. На мнишку. Здорово, а мы привет. Тут смотрим за старичком. А, старичок я смотрю, потеет. У них по очкам все почти одинаково. Да, опять интрига началась, да. Да. Ты видел предыдущий матч, Вильф, что вообще было? Слушай, да, может вернуться да, кому-то? Это вообще жесть. Ну что, Вильф, как тебе? Ну, Джо, красавчик. Не, на фаше, на... вообще, наверное, надо. На фаше, да, давай, я поехал. От башни пердолить их. Ну, у вас 23, 22 и 23, что там того, типа, задали последние три боя. Там это я на жестко. Тебе надо тут это жестко. Жаль, не инспа нельзя во взотка на Толичу, вот это контент бы был. Бля, там бы дед с батей сцепились бы по пьяни, мне кажется, их бы никто не разнял. Это, знаешь, смотри, как вот эти разделения частиц, после которых взрыв происходит. Да не, тут во время боя... Ну, то есть Макс слишком сконцентрирован на игре, он бы просто Толика слушал, все. Он бы не спорил. Скорее, он просто его не слушал. Вот я согласен с Олегом. Но Overlord? Да, там клип есть, говорят, у Макса на канале. Сейчас я посмотрю. Сейчас. И там сейчас заходишь в клипы к Максу на канал, он там с голыми тёлками, там в клубе чисто тусуем. А старый, а он решил... А что он делает? Я чуть не понял. Нахрена он так возвращается жестко? Блин, Никит, наверное, сказал. Блин, не, ну что-то он прям... Он просто прокатался сейчас весь бой. Нет, что-то нету клипа у него. Есть. Заходишь в клипы, переключаешь вправо, сначала последний. И там прям несколько, там два раза подряд этот клип с этим местом. Да, вот есть. Надо ехать. Да ты ешь. Последнюю сортировку сделай, 22.05, 22.08. Не, я и хоть убейте, я не выкупаю. Скиньте ссылочку, кто открыл сюда в ТС-ку. Клип есть, да? Да. Я просто хочу еще раз включить, и что-то я вырубил. Что за клип-то? Сколько у тебя мониторов? 3. Стену. Ебать по клавиатуре! Да, ебать тут, ебать по клавиатуре. Я клип посмотрел у Макса, нормально его там порвало. Не, мне жалко было Славу. Блять, это пиздец, вы что? А он в общую это говорил или в себя? Не, в себя. Сейчас, ребят, я включу клипом. А у него так есть, нихуя я не знал. Ты только узнал. Бицухи. Он горит смешно. Ты же с ним в киберспорте был. Мне кажется, это новое, блядь. Я думал, вы в киберспорте там, ну, знаешь, там в баньке голышом. Да, тела друг друга рассматривали, блядь. Да. У них пока что очень все хуёво по этому бою. Sound muted. Стерва вот тут вот стоит. Понял. Я просто включил вам, кто не видел. Сука, блядь, просто, да сука, ебаный, блядь, блядский ВБР, нахуй, бледина ебаная, блядь.
Доигрались. Блядский, сука, да конь, блядь. Конь ебаная вот тварь, вот нахуй. Ебаный, блядский ВБР, блядь. Ебаный, блядь, обосранная игра. Ну жди, пока не нижний. Конченая, да, нахуй. Стоишь, мне сука, блядь, стреляешь ему в НЛД, ноль, блядь, попаданий. Бледина ебаная, блядь. Просто заебала, нахуй, блядь. Просто заебала, блядь, такая хуйня. Могу рискнуть, ебачка, поехать. Ебучий выблядок, блядь, выперся, сука, нахуй, еще, блядь, на ЕСО там, блядь. Не-не-не, я сейчас могу рискнуть и получить много очей. Могу это отлететь. Просто пизда. Это слез. Бля, можно еще раз? Не, подожди, назад. Сука. Ладно. Ой, у меня шачки запотели, блядь. Я ту не успею сказать. Блядь. Заебал, нахуй подписки, блядь, все это покупаю. У тебя есть, может, у тебя нет где-то подписки, я тебе подарю, ты мне у старого, я могу еще одну подарить. Да, она в один. Она мне совсем. Чао, хочешь подарить? У тебя есть шотника? Не-не-не, у меня она на первой очереди. Нимфа, захожу к нимфе. Не могу, меня порвало. Хорошая. А как дарить? Да. На меня нажми и там подарить подписку на мой ник. Господи. Порвала еще раз. Давайте перерывчик небольшой. Я сейчас посмотрел снова этот клип, меня так порвало. Это блядь, блядина ебучая, ну свали, ну пидарас. А там, где могу, там, блядь, обязательно... Оксимирон просто вышел из чата, блядь, со своей скороговоркой после этого. И старый потом в следующем бы... Рукоблот с одним дачком, вагина. Говноеда ебаного, блядь. Вот это, 28. Сейчас дальше. Причем он настреливает-то нормально, он нормально настрелял. 4200. Да бу-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 бу. Просто пиздец, сука. Ебаная хуйня. А, так он открыл тот же бой. Я опять говорю. А зачем он на результат смотрит, блядь? В прошлый раз я отыгрывал на коне. Не, блядь, нахуй прошлый раз я отыгрывал, было 4600, а сегодня, блядь, вот нахуй, конь. Нимфа смотрит на результат. Она всегда их смотрит. Конченая игра, блядь. Может быть, некоторых это мотивирует играть, они такие смотрят, плохо отыграл, все, надо поднажать срочно. Ну такое, оно может быть все перегонять. А мне нельзя смотреть. Вот и мне нельзя, я не смотрю, блядь. Ладно, нет, это надо. Мне нельзя смотреть, не знаю, и играет просто с закрытыми глазами. Я просто смотрю на твои результаты и понимаю... Маханская, что... вместе с монитором, блядь. Мышкой и всем остальным. Ты мозг только включи, да, не забудь. Вы знаете, что в ОБС есть охуенная тема, выключить предпросмотр? Я с Катаной тоже покажу, если она тоже слабенькая. А можно, Кость, сделать предпросмотр на полный экран? Я думаю, блядь. Да-да-да. Пойду карточку соло скатаю. Интересно, предпросмотр же тоже там что-то забирает, у кого слабые компы, можно вырубать. Да. Минус 10% от призовых. Блять, что за запрос? Да, кстати, нет, может, другой случай, если ты в призовые не залетишь, то... Какой-то ветру, случай, блядь, Максим что-то хочет высказать, давай. Пользуясь случаем, осуждаю действия судей. Это слишком жесткие условия для нас тут. Так, ребят, давайте вот сейчас мы соберемся на максимум. Сейчас Макс что-то поел. Чтобы Петро. Вместо Питера можно говорить зайди в ПК-арену. Да, я поехал, блядь, по 8 тогда. Привод Петро 16500. Макса не идет. Но там будет Е3 стопудово. А тут 400 усилий, которые слабо, но он им хорошо выдает 420. Помидор 3200. Сейчас красота будет, наверное, да? Сколько хп? 23 года. Бля, 3 БЗ. Идут 16500, 16300, очень близко. Я за Максим говорю. Старичок, он эмоции дает. А кто у них, интересно, поедет на ледник? А Максим не едет на ледник? Он сейчас должен там... Ну, бля, сетап это просто такое мясо. Тут просто надо ехать и все. Так, смотри, Граник, это при восьмерках 25 кусков. Бля, да, шотнику сейчас надо... Без ЛТ, без арты, ну, одна ЛТ, ладно. Башить, все. Ну, старый должен сейчас просто рвать. Да, он должен на мосту там всех убить. Мне кажется, что они просто должны с ним по мосту ебашиться со стороны зажжа. Не-не-не-не-не-не, эта хуйня вообще не работает. Ним сейчас вот тут так кидает. Два раза жёстче, я не вижу них. Ебать, красотка! Это, блядь. Нимфа, 2700 очей. Бля, 2700, блядь, реально. Катя, приезжай ко мне сразу. Хотя, подожди. Хорош, красава.
Слушай, у тебя весь вот может быть. Ёб твою мать, Катюха, да я пизды. Катюха красава. Он легко может стоять на D3. Давайте посмотрим все от Катюхи. Всё, всё, играйся. Я онлайн, не знаю, там сейчас макет выйдет, пушану Катюху красную. Ой, а ничего себе они пушат. А это, блядь, воскресенье вечер, кайф. У меня синих ракет штук, блядь, 100. У меня тоже. А я их трачу на маленьких стримеров. У меня их 24. Я сегодня все красные ракеты проебал, потому что я смотрел другие стримы, зашел в этот в мешок, и я проебался. Сыграет союз, получается, не я, а тем, кого я смотрю. Я использовал две единственные красные ракеты. Они ей немного дадут, они там добавляют 10-20 зрителей. Блядь, ну это катка. Блядь, куда Макс едет под Леона? Что-то это блядь, хуйня, по-моему. Она пыталась, чтобы двигало или в каток, блядь? Не понял. Каток, жалко. Слушай, если он сейчас проедет... Я знаю. Леон, да. Ей надо быстро играть. Охуеть, отдал. Немножко говна. Не, нормально. 34 еще на мосту. Т-34 обычно. Нормально, причем отлично. Союзники не могут проехать у Максима. Он сейчас будет соло фармить ледник. Это офигенно. Так на леднике два танка. А там один лев остался, нет? Самое главное, что три союзника ничего не делают, понимаешь? Бля, тут ушотника мясо сейчас. Блять, ну лев Макса перестреливает. Да нет, надо через мидас играть. А, вон она, охуенную позицию забрала. Ебать. Она сейчас вот выебет всех. Ебать, она их трахает. Ёб твою мать, ебать она даёт, пизди. По бабам, по всем. 5к уже, красава. Добро. Сука. Боже, смотри, как они подставляются. Блядь, я не понимаю, почему Максим просто к левой стене. Вот, вот так вот, да, блядь, просто. Просто подставляются. Катя, надо на воду, Катя, на воду надо. Это больше, чем там. Они не будут больше уезжать, скорее всего. Ей надо к БЗ-176. Макс, тебе хорошо? Там лев сдался. Что происходит у старого? Это что за лев, который встал просто построить? Не, он сначала его убивал? А потом сдался. Ага. Езжай, малыха. Катя, едь, блядь, едь на воду. Старый сейчас не доигрывает. Наверное, должно быть, по идее. Старичку главное быстро сейчас... Он все пытается какие-то эти... Да выйди ты ему, дай похер уж. Блядь, старичок. Не, ну 22 будут, если сильно бой быстро не закончится. Не, если Катюха сейчас в очко заедет к шотника чувакам... Альфа Нандуша прошла. Она тупит сильно. А... Она пытается шотнику хелпануть, хотя ему нахуй это хелпануть. И на полочке вроде поташек. А, нет, СУ-130 на полочке. Просто никакой надежды на старый наконец-то, блядь, смог. Поэтому я играю, блядь. Восьмерку разъебать на не надо тебе. Каждый сам играет, короче. Зайди ко мне. Зайди ко мне, блядь. Она такие перлы, блядь, выдает иногда, это пиздец. Милая, хорошая девочка. Макс конвей отпустил. Нормально, она сейчас. Макс отвлечет гору, она заедет в спину на ледник. Она ушла? Шамаханская здесь? Это шла, видимо, она здесь. Слышишь, а вы с семьями встречаетесь где-то, пересекаетесь? Это какие-то свингерские темы. Мне вот тоже интересно, он на свингерском. Блять, откуда он? Нет, мы виделись на лан-финале вообще. Подрубайте режим. На лан-финале чего? Свингеров? Нет, вот этот, который был от Ростелекома турнир. Блять, хули Макс делает? Максим, ёбаный дурак старый. Блять, ёбаный Максим, у меня сейчас жопа с него сгорит, что он делает. Ну что-то старый вообще все это потек в этом бою. Это естественно, что ВБР, блять. Да ладно, нимфа, блядь, ебется, это просто жесть. ВБР хуйню делает. А че она не забрала? Брак! Давай, Макс, Сонечка, режим. Но у нее альфа маленькая, она могла бы дать там 300 чей. Бляя! Вот, иди сразу. Понял, это проблема серверного и клиентского представления. Да, сейчас было серверный, да. По факту. Им надо, чтобы остался кто-то вот на 28 шотник, должен контролировать спину. Клиентская падает, отлично. Блять. Шире бери, шире под красную, в деревья. Не, на 22 не будет. Ой, блядь, старичок херню чуть сделал, больше 20-ки было бы 100%. Как и так больше 20-ки. Блин, перевал на самом деле. Ну, чуть-чуть больше, да. А кто понос сыграл? Ну, он где-то 1000, может, просрал, не так много. Ну, бля, ну да. Я тоже там как... Но просто это все выглядело, знаешь, так вымучено. Перевал, на самом деле, в очень часто прям топовый. Со львом на суперконе. С обоих лесов. 20-ки. Один под столом мышкой управляет, да? Не, ребят, вряд ли. То место под столом это не мышка, завтра по-другому называется. Самые медийные катки получаются. Ну я скоп смог на мосту. А кто играет до нас? Не, ну конечно. Грани, а до грани мы. Да. Осуждаю такие взрывы. Б,
Блять, я завтра буду в 2 смотреть, как... Она у меня училась. Нерью со страйком горят. 17-700. Здесь 18-18 идут все. Блять, посмотри, как по победам идут. 36 боев из 36, 2 взвода сделали. И этому, на СП-хе и Вофентрагеру. Ой, блядь, ебать повезло на грани. Да, 18 из 18, 2 подряд. Команда самые мощные турниры, блядь, и нас просто... Так вы самые мощные конкуренты, да? Тоже неприятно. Команды будут... Да не, Граник, мы были бы блядь, самыми мощными конкурентами, если бы она на цель У нас еще название команды, ну, Дима, так, Дима, команда два съехала. Два стрима спасибо, не пошло, блядь. Завтра можешь пойти Дорога, спокойно. Думаешь, да? Ну вот, а я у вас думаю, стабильно. Да. Ну давай, встанешь так же. В смысле, стабильно мы одну катку отыграли, блядь. Ну, блядь, стабильно, стабильно. И после этого не тренились, если что, нет, вот сегодня тренировка, сегодня первая тренировка будет. Посмотрю завтра, что вы там натренили. Ну давай. У вас просто ликвид, блядь, машина нахуй. Он вообще ставит музыку на заказ, ему вообще похуй. Он просто едет и всех едет. Кстати, спрашивают, шамаханская девушка шотника. Бля, хамуха, они затрахали, это спрашивают. Нет, это шотник девушка шамаханской. Это, кстати, да. Да Гедеон, я не пойму. Там когда как. Что тут? Да это неудивительно, блядь. Кто стропон нацепил, тот и парень. Еще раз полетел, смотри. А, ты его мне? Теперь он. Ты зачем? Я был парнем. Я вашу пару трахать не буду, сразу говорю. Гидеон, я не понимаю. Ты мой род. А зря, Гидеон. Тебе пар дороже стоит. Шамаханская, ты с Гидеоном не зарубайся, он тебе бывший КВНчик. Тебя выбит. Не спрашивай, откуда я это знаю. Я думала, что ты там стакан воды оставишь. Так, подожди, блядь. Надо чекнуть, грань уже перешел в комнату выше или нет. Стоишь, не пикаешь. Еще планка накала, а не достигла, все, гранька пока здесь. Но уже думает, бля. Грань там уже скоро пойдет под запись помидоров. Это магическое место, да? Да, да, да. У грани уже чайник. У меня прям, знаешь, уже глаза краснеют, как хочется потащить. Не, давайте так. Грань думает, господи, я съебала. Одна шутка раз в бой, шутку разрешаю. Давайте мы чуть-чуть смотрите, как хорошо на каточке. Смотрите, как она фармит этого. Ой, хорошо. Она сейчас разобьёшь, мне вообще весь барабан. Что-то она разыгралась прям. 15 секунд. Так она неплохо первый раз сыграла, то посмотрите, у нее выше была средуха. Блин, лучше кайзер. Макс нервничает, ошибается, не везет. Она отлично. Блять, так она в третьей корзине, блядь, лучше всех играет. Можно было, конечно, фугой. Ну, я про это и говорю. И флагер такой, ну да, пошел я на. В этот раз у меня ЛТ появился. Ну посмотрим, нет, я имею в виду среди девушек. Ну пока флагер переиграл почти всех во второй корзине. Шерида на фуге. Да, кстати. Флабер имбакста. Просто грани в третью, блядь. Бля, Катя, я же предлагал. Какая-то сука, блядь, на ИСО там поджала, блядь. Пизда, нахуй, сейчас еще это. Ну я тогда к нему поджимаю. Макс, у тебя все там хорошо в городе? Граник, а ты был в первой корзине когда-то? Шикарно. Ты лучше ЛТ, Катя, вскаляй, я пока наверное, в первых туриках, да. Так... Ну сейчас ты... Просто охуенно все, блядь. Охуенно у меня получается. Охуенно, ты считай топ второй корзины? Ну, скорее, среднячок, там есть мексиканец, там есть... Ой, догорит. Ну, на уровне мексиканца ты. Ликви топ первой корзины, один из топов. Если не топ. Нет, топ. Вот если бы ты подошла, мне это она бы убила. Еще флабер. Флабер что-то... Ну, сейчас и завтра будет видно по флаберу. Винспач это будет. В первой корзине самый жесткий это Див, наверное, Ликви и. Я не помню. Наверное, Био какой-нибудь, да? Толя. Я пошел просто на уровне. Толя машина. Толя сегодня был. Нет, Толя машина, мне кажется, он не такой. Не, он на пятеру сегодня въебал. Не знаю, 5000 выиграл. И на всех тренингах 4700. Не 3-5 жестко везет. При этом он играет не на тяжах, как Див. До конца, ну, Макс, да. Соберись, не упарывайся. Короче, поеду, бабаху мне надо инфу. Да, кстати, тяжело играть. Тяжело, да. Особенно поэтому... на ТВП. Она, скорее всего, меня целит, я для него. Он не играет на ТВП. Не, ну мы про это хорошо подстраховать. 900. Ну она просто всегда играет на таких танках, она их чувствует. Там лоша забыли. Смотрите, как интересно у них идет. Не, стало... Бабаха. Нет, меня там ну, Стамло, как и сервер, вроде хорошо, но хуй пойми, что пойдет в матче. Как там было? Может выдать топ, а может... И я его ебу, я сажусь на имбу. Хорош. Это кто? Это с шотника, да, сделали? Закуси свою губу, да. Да.
Я часто вспоминаю стан лох. Да, в гости, гости просто... Я и бог. Я ему дал 666. Как только слышу ник, так и вспоминаю эту песню. Да. Нормально, блядь. Ну такой контент сложно делать. Артур, твои надо забрать. Я Артур заберу, Кать. О, боже, Арта. Блядь, она сейчас... Бля, понял. Чё бы не смогла бабаху забрать. Да, где три. 700-800, да. Ну она хотела... Она хотела очков пофармить еще. Надо было мне дать две пики тут остаться. Да-да-да, остановиться, да, раздать. Ну, я просто... Он ГД, я просмотрел. Да-да-да. Не вижу ничего слепой. Да, мы говорим про ток стопа. Ну, Нидин хорошо бой понимает. Каток сейчас дал ему, каток. Не разворачивай меня, блядь! Да я закрываю. Ты его на меня прям разъебал. Так где он играл? Я же ваншотный, блядь. Ну, на 268 здесь посмотрел. Вот такой руин, я должен был выйти меня. Да не, ну я игрок пограничный, типа между там... Я стою такой, я бы много еще подрыгал. Да не прибедняйся, нормально ты играешь. Я бы ему жал бы влево и выкачал. 6К на Е4, такой, я игрок там пограничный. Страйк, тренировки держал. Страйк это пограничный игрок, я про второй хотел. Я думаю, заебись. Страйк это пограничный человек между таксистом и одноразкой. Если его разворачивает на меня, он прям мне душу смотрит, насквозь прям вот так вот. Душу просмотрел. А он уже ушел, да? Бля, я так хотел, чтобы он это оценил. Пороги, ну и ладно, Леончику на 900. Последняя карта. Бля, ну не 17 тысяч. Да, после этим с этапчиком, да, последняя. Шотник 4600 идет, Макс и Нимфа по 3600. Ну, у Макса еще фраг, ну, 2.7 вот, в среднем, вот это очень хороший показатель. У Нимфы в плюс перформанс, а у Макса что-то пониже среднего. Мне, ну, короче, закинули челлендж такой на 500 рублей. Говорят, угадай, сколько команда убьет арты в бою. Я такая говорю, ноль. И тут у них бой, и у них нет арты. Фига, оба за 60. Так ты получила деньги или нет? Да, да. Потому что плюс часто наебываются. Да. Да. Блять, вот не, у них столько очков тупо закидывали. Из-за счет возьми того, что у них винка хорошая. На всякий пожарный. Да не, ну они стабильно играют, в принципе. Так нет, так блять, ну просто урон не знали. Сейчас посмотри на себя. Он всегда на винку играет, типа. В первую очередь. Ну ладно, у них нимфа, нимфа, блядь, ебет. Ну смотри, они средние, они уверенно. Ну как, урон нормальный, у них 11800, а у Силика 11400. Нимфа просто выдает. Она хорошо очень... на ТВП. 11800, чтобы ты понимал, у Клумбы 11400, вот у Толика 12100 было команды, а там 11900, 11700, а эти шотника идут 11800, то есть они показывают примерно то же самое, что предыдущие взводы, а у них еще фрагов больше. Короче, сейчас всего решает игрок третьей корзины. Гранька, какой смысл на ТВП направо тут катить? Типа ЛТшку отстрелять? Ну, отстреливаешь ЛТшку и потом через право играешь 0, занимаешь. Можно там, на ТВПке вообще что угодно можно здесь делать. Можно в городе туда-сюда кататься, можно через право ехать, можно через лево. Ну, мне кажется, два фланга просто на ТВП ты не совсем по СТшному, получается, играешь, да? Нет, нет, это СТшки так играют. Ну то есть смотри, ты едешь на ТВП-хе, ты саппортишь союзную ЛТ-хе, если убиваешь вражескую, все, твой фланг, ты отжимаешь, и из-за этого союзникам город легче занимать. То, что ты право. У них Ебр поехал на ту сторону, поэтому ЛТ-шки у них тут не будет, ой, они ебать, смогут только пофармить тех, кто там просветится. Вот, смотрите, как прекрасно. Ну, суперконь прикольно едет. Ну вообще, мы бы, наверное, отправляли СТ-шку налево. То есть максимум отстрел, вот где 28 стоит по ЛТ. Засветилась, поняла, что засветилась. Не, она чувствует эти моменты, она сразу выкупает, что сейчас она засветится, и она сразу дает, она сразу откатывает назад. То есть она прям видно, что все эти тайминги, она, ну, не на шару, короче, дамаг получается. А там этот, который господин Левшинский не охерел, какие результаты на трене выдавать? Что там? Там, короче, станлок средний 4, а, точнее 3900, Демокрит 5200 среднего. Ебать. Левша 3800. Да это, бля, сессии жизни, нахуй. Могу вообще, кстати, перестроиться. У них 18 качков за 9 боев. Ничего общего с реальностью они не имеют. Но тренировка это тоже, знаешь, больше стресса. Концепт разваливает, я не пойму. Да хуй знает. Не паришься. Не знаю. Но есть исключение из правил, которые только подтверждают правила. Да. Да хотя, в принципе, кто там стрессует? Ну, левша, он такой... Ну, я не знаю, ребят, вообще по-моему, похуй на все. Он уже победил по жизни. Можно просто холостой. Он хотел вообще пятое место, чтобы на один стрим побольше провести. Думал, он двинется. Этот... Хорош, что он наебать. Да, девушка, посмотрим. Давай вот сейчас они доиграют этот бой, она танк сменит. Всегда участвует в этих, он уже привык.
Здесь, кстати, вот как она проезжает, очень хорошо можно фармить ребят потом ТТ-шек. Плюс она сейчас бабаха засветилась, она сейчас ей барабанчик умрет, раздаст без проблем. Не знаю. Пожалуйста, двух барабан. Ты видишь, Витька, в чем прикол? Она поехала на фарм, но она каждый раз передвигается. Она каждый раз, в зависимости от того, что она не теряет время. Она не сидит, не ждет, пока бой будет разворачиваться под нее. Она сама едет и сама занимает более выгодные. Максим едет так, я чувствую, он сейчас не может от бабахи словить. Да. Как стенки, как... Поэтому тут просто, да, если ты поедешь на какой-то фланг, это не всегда решается. Передвигаться в зависимости от того, что происходит на поле боя. Ну так это уровень игрока. А в культике прям, да, стоял? Да. Нет, он не в культике. Это показывает, насколько она знает, что ей делать и куда ей ехать. Игрок более уровня, он не понимает таких действий. Или долго стоит, или долго тут. И это не натренировать, даже если ты хорошо стреляешь, то ты можешь просто не выкупать, где ты сейчас должен быть. Ну это с опытом. Вон вазик. Ну это можно, нет, насмотренность, Владик, насмотренность. Можно с кулаком рассматривать это все дело. Как они в такой ситуации работают. Поэтому, Витька, жди, пока левша сделает придирчака в тундре. Ну хуёво, она выстреляла. Как гандон, да? Там заряжаюсь и вкатываю. Да-да-да, я тоже. Так, во-первых, я буду следующим человеком топить, чтобы ты попал во вторую корзину. Это ты уже себя обеспечил. Да, я уже понял. А во-вторых, буду топить, чтобы ты ко мне попал. А в тундре вообще делают какие-то турниры? Так же, да, справа выдавливаются. Сейчас не думал такое, чтобы я тебя, блядь, утопил дальше. Там как бы для турниров игра охерительна, но... Ну ладно, окей. Да всем похуй на тундру, да? Там нет левши. Который будет этой хуйней заниматься. Ну, в этом плане ты чувствуешь, вот как бы, что как у тундры работает организация всех процессов, и как у условной ВГ Лесты там работает, что очень разные вещи. Тундровые не понимают надобность стримеров и всего такого, типа, и сами справятся. А, типа, тундровые разработчики, что ли? Да, да, да. Да, чуть-чуть не сделал, ну ладно. Да не, они там что-то, у них клапана периодически срывают, не стыдно, как они тогда душили Алканавтера еще в те бородатые времена там заступались. Да, Алканавтера, видимо, душили, потому что он сам был очень токсичный и... Ну, на тот момент он еще был нормальный, ну, типа, потом уже начался пиздец. Ну, а, кстати, а чем закончилась история? Что с ним там? Его же там арестовали вроде как, при Балтике. Кого? Алканавтера. Хватит, хорошо. А что он намутил? Ну, он там разные видосы который... делали. На фоне своего его. Типа он оповещал вот эту движуху, да, военную? Да, освещал всякие политические темы. Может быть, один. Вот, и его задержали. И что-то ни слуху, ни духу. Потею, как сука, средуха, блядь, как у ебана. А он там, по-моему, какое-то письмо я видел. Бля, ебать, он... Бля, давайте не будем, бля, давайте обсуждать. Бля, заебали. Включи звук, Катюш. А, да, сейчас. Спасибо, Николай, за подачу. Я забыл, если честно. Короче, договорились. Ну, Катя там про черные точки затирает своей аудитории. Про черные точки? Сразу видно, девочка. Да-да-да, это как я сегодня рассказывала своей аудитории про этот, про пластику носа. Бля, а что такое пластика? Мне, наверное, надо пластика, да? Это выравнивание, типа? Перегородки. Не, выравнивание перегородки это ринопластика, по идее. Это септопластика. А ринопластика это как раз таки эстетика носа. А ринопластика это когда, когда сразу делать. Вот мне надо делать ринопластику из-за того, что у меня кривой нос. Ну, у меня. Если только перегородка, то ладно. А если большой нос, то что надо делать сильно просто, блядь. Нос огромный. Ринопластика уменьшает нос, ринопластика. То есть внешний вид носа это ринопластика. Сейчас вебку перемещу. Хрящи удаляют. Ткани, бля, это сука так страшно, ну, ты можешь реально сделать из себя уёбище в моменте. Да, хотя да, ты да, уёбище можешь сделать, всё правильно. Будет ещё хуже. Не, ринопластика, да, а септопластика нет, там не делают вроде уёбище. Септопластика только перегородочку равняет. Да, только перегородку равняет. Вот мне надо она, потому что я дышать не могу. Ну, у меня забивается вот нос я тоже дышать не хотя могу карта нормально. Хорошая. Короче, Нир, я тебе предлагаю в октагон расхуярим друг друга носы, только в другую сторону, понял? Ты, думаешь, ты ебанулся, постоянно? Блядь. Он просто вобьется, блядь, в черепок, блядь. Давай я возьму вент.
типа без закалки постоянно геймпер. Я иногда слежу за боксёртом, который подумай, смотри, что меня не беспокоит. У нас 4 тяжа. Там ебашатся вообще без какого-либо подготовки. У них башка. Просто хуярится. Ебашка, еще и бритку своего говна. Мы это, скорее всего, будем проносить. Нет, не кемпи. Подъезжай сразу сюда. Я закалкиваю. Нормально, что я буду. Пробую играть. Смотри. Если короче, будешь вообще, если честно, я думала, что ФВ-215 валютая говнище, когда не поиграла. А вы видели тренировку Левши? Да, мы только что не... Он прям офигенно, да, да. Вот, я тебе говорю, что у нас там лог 3800. Не, ну ты не равняй хуй с пальцем, он на ТВП ебучим. Ну как бы ТВП... Короче, если будет инфа по хорошая машина. Ну, блядь, что я экзамен. Надо с толоку просто посмотреть стримы нимфомяу. А, я с тобой. Боеплатки взрывать. Классический хирург. С большим носом надо куню девочки. А вы точно пластический хирург? Они убежали полностью. Что просто вонючек. Понятно. Ладно, ничего страшного. Мы будем город проносить или что? Ну погоди, погоди. Сбавь обороты. Ну да, левую, левую, ты можешь прям сам левую почему очевидно. Или стой чтобы посмотреть, не оглянулся. Ваш 6-8 вот здесь стоит. На E5 шоке? Да, дерево упало вот здесь. Непочат еще. Блядь, борт получил. Да. Ваш 6-8 батон. У них уже отрыв такой приличный. Ну да. Сотачей. А это уже конец, по сути, конец турика. Мантикора вжал, я сейчас пожалею. Мне кажется, олени быстро отыграли. Да, да, на КД. Да, ну да, да. Да. Прикол в том, что мы не сначала их смотрим, мы пришли на 8-м или 9-м бою. А, ну это да, наверное, тоже. Смотри, блять, ну у нее реально охуенный АИМ, не? Так она на автоприцеле Мантикору дала, нет? Ну да, нет, так а это летит. Же надо вовремя в тайминг захватить. Там, там, там я не вижу, все у нее пульки. Сколько у нее пульки? Если сможешь батика подсветить. А, на СТБ, блядь. Ёптвою. Она уже на СТБшке висела. Играл, блядь. Где пульки, нахуй? Чуть-чуть. Не принимаю. Я подставлю. Где пульки? Нирыш, ты плывешь уже. Да, блядь, они меня заебали, блядь, со мной постоянно. Пойдем грозно. Ребят, если что, после матча еще будет тренировка. Сейчас я уже не понял, поэтому не расходимся. Пойдем поиграем еще один. Стройка двое еще 50, блядь, поиграем. Я в танке нахуй не наиграл. 6-8, ебать, смотри. Бля, у них Мантикора просто нереально отбитая, блядь. Да, 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 но она, смотри, она свою цель выполнила. Катя, 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 ты знаешь, что ну, я уберите его от меня. Уберите его от меня. Долго ли он думал от Ника? Да, Самоханская пожестко пожимаю. Смотрите внимательно. Я цель бабаха, может, там. Да ты тоже там не промах, Костя. Прикатываешься, все четко. Да, я, блядь, как обычно. Дерево упало здесь на подъем. Угу, принял. Я сейчас попробую подсветить. Я представляю. Ебать нас, честно, я боюсь представить, что там. Позицию мы отжали, у них ключевая. Это еще не психованная. Ну, то, что это еще я не горела, как я горю. Видимо, я к тебе на стриме не попадала, когда ты горишь, потому что... Там просто сам когда я прихожу, ты видели, как я играла в натиск? Вы просто не видели, как я играла в натиск? А я видел, я видел. Так это ты шотника заразила? Походу, да. Походу, на обоих против заразила чем-то. Блядь. Бритка, да? На голде. Ой, заразил. Это грибок из Last of Us. Там, где ебались в третьей части. Чел, мне блядь. Я просто сама по себе очень эмоциональна. Ребята, давайте шмекнем все. Я тоже. Я что-то увидел, некоторые шмекнули. Давайте конкретно шмекнем. Чтобы, ну, прям так весь чат шмекнул. Такое опа, прям сочное, бодрое шме. Я больше поныть. Они рутят. Не, мне нимфа нужна живой в этом бою, она не должна умереть. Говорит, да, нормально все будет. У меня приемка классная. Вот, сразу, я сразу воодушевлен, ребят, спасибо большое. Блядь. Тебя судят. Она сейчас хорошо КС-ку зафармит. Да, да, кстати. Только было на грани. Ну, спасибо, ребят, это, типа, спасибо, бряда, очень, очень приятно. Бедный старый. Шотник сдох. Боже, бляха. Они все сдохли, блядь. Как мы не видели это. Старого чубупели. Так, я надеюсь, Катя выживет в этом бою. Да не, надо, чтобы они сдохли, чтобы, блядь, интрига была. Нет, у меня вообще-то этот челлендж должен выжить. А, охуенно.
Я тут угадываю. Бля, Алена вообще красотка. Подсуетилась. Ну да, надо, бля. Я шмекнула, что это значит? Гадание по руке, бля, ебашит. Карты Таро, да. Да, карты Таро. Актер никто не знает, что это значит, но Ален, это кстати, хочется тоже делать. Из этих, из ваших, я онлайн-мамолог. Хочешь проверить? После этой шутки что-то сиси капать начало, Гидя. Блять. Главное, чтобы не спись. Если, кстати, не знал... Охренеть, Вазик дал. Мы можем собрать тут целый врачебный симпозиум и обсудить все твои проблемы. Я вообще лаборант. Может, какой-то. Поставь диагноз Ниру. Это Нир упал. Одним словом. По-любому что-то анимешное. Не, одним словом не получится, на самом деле. Анимешники в чате. Мне кажется, как и у всех танкистов, у многих... Ну, у многих танкистов легкая стадия дебильности. Что за как там, дебилизм. Хорош. А бабахи там когда мне кажется, с этой игрой уже за начнется. Во-во-во. Смотри, бля, ебать у него АИМ реально. Я просто кейберю. Справа, справа, справа. Но бой максимально насосный. Ой, вообще молодцы. Хотя бы один стыд. Да, Катя выжила. А тем временем поносик это последний был 20-й. А тем временем это равная ситуация. Плюс да, это просто они поехали в другую. Не выровнялись, подыхали по одному. А сейчас будет меньше. Ну хотя, ай, точно, у нас же еще результаты не обновились. Да не, вообще, я пойду гляну, тут даже нет смысла на этом зацикливаться. Ну, наверное, для третьей картины играет так-то. Да, 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 я же тебе говорю. Нет, а карта была хорошая. Она сильнее всех в третьей картине. Запрещено 4 танца, 2-7-9, карта, и последний чё? Леон. Под наркотой какие-то я хуй. Нет, не Леон, до Леона 4 танка было, Леон 5. Она, короче, уровень платит, платит. Играла как... 2-6-0. Она да, может 16, быть 500? Соло, может быть соло, она немножко хуже, но во взводе она проявляет себя охеренно. Это у кого как пойдет. Она закрывает конченый квас. Ну да. Для этого турика. Ты там еще подключился к комментированию. Ноги на СТ-шках не вывозят. Я, например, прошу турик, нет, я не вывез на СТ. Она просто СТ любит. Она 3500 делает, в принципе, мне кажется. СТ же кайфово. Зато у нее сейчас первая корзина и можешь выбирать танки. Охуенно, блядь. Грани. Да, на самом деле, грани, баловый специальный первый человек, который сфотографировал меня и Низина. Ну да, я же могу... Что думаешь о доп. Очках за выживание в дополнение к победам? Программа и урон. Я тогда снизу, получается. Было дело. Я сам уже этого не помню. Я помню, помню. Вроде одна арта, попробуй. У меня на старом телефоне есть фотка. Можно мне с вами? Пустите меня с вами, пожалуйста. Это было давно, я не помню, когда это уже было, и даже где, я не помню. Ну давай, попробуй. Да нормально, нормально. Нормально. Вот так где, так я не покажу. Она приедет первая, встанет, поедет, как отстреляет. Давайте, ребята, собрались и жжжжж. Это было на каком-то... Типа... То ли в Казани... Нет, наверное, знаете где? В Краснодаре, наверное, это было. Наверное, было в Краснодаре, может. И вот мешок с картошкой. А когда, кстати, Юлька тренируется? Днем сейчас? Кого тренирует? Не, мы вечером сейчас тренируемся. Завтра будем днем уже. Жесткая авария. 2 часа пойдем куда то часа игры. Что происходит? Я немножечко прибуханул, блядь, просто. О, заказ пришел. Ну это дзит, ё. Нет, реально, чё хотели. Чё сказал, Олежка? О, нормально. Близ, бедно. Вообще огонь. Что? Чё заказал? Отлично, это чифтон? Юля, мы чувствуем пизды, каблук, блядь. Да, я спрошу, чем пахнет этот чифтон? А потому что, у него не закалка. Наберёшь! Она не слышала. Она ушла, у него там кистик. И похуй на вас, блядь, дурак. Чё заказал, Олег? Она не музер. Нет. Сидим голодные. Он заказал мужество. А я уже кургач ем. А она не музер, разве с хаунтегом не бывает? Блядь, да они поняли. Нет. Блин, эта скотина за Олегу прилетела, блядь. Что за интрига-то такая? Вебки у него нету, мы не узнаем никак, что ел Олег. Я за сегодняшний день, короче, утром съела яичницу с бутербродом и днем съела кусочек пирога. Все, давайте дружно разбудим его в TeamSpeak, напишем. А я люблю яичницу с помидором. Я это не могу, фу. Я понимал. Ты не ставим еще подножки? А бабушкины очки. Ладно, все, да гоу по бою. Да чего не смогу поехать? Ребят, осталось 3 катки, давайте поехать. Слушай, я реально не понимаю. Но перед этим, ребят, пожалуйста, разбудите страйки, правда, что ждешь. Джон про бои заговорил, вы посмотрите. Минус 700. А тут реально интрига, блядь, давайте бои обсудим. Ганин.
Бля, она сейчас может в жопу заехать? Разница 200 очков. Фош не светился. Не, смотрите, смотрите, только Фош и ЛТН не светился. Она может заезжать ей в жопу, да. Она может заезжать, но опасно, если они просто-напросто развернутся на нее. Бля, но они втроем могут эту всю банду взорвать? Тут 7 танков. Надо на арте отстать. Я считаю, что сейчас надо откатить куда-то на заднюю линию, где можно простреливать. Короче, если в яму пропустить чуваков, то ее тогда на СТБ имеет смысл отправлять туда. Скорее всего, это будет слив. Смотрите, они уже поехали в яму, ей надо оттянуть. Вот сейчас на СТБ объехали. Когда они выставлялись на баткера, она их отстреливала. Ну она АФК сейчас долго, да, ей уже надо откатывать. Короче, я перестараюсь. Ей надо, я говорю, ей надо откатывать, ой, просто чуть подальше. Да, 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 вот ты права. Не туда, где Фош стоит. Что ты делаешь? Ей надо отсюда съебать. Ты кто? Потому что когда агрессивно будет выставляться, въебют и, блядь, въебут ее. Потому что баджера они не пробьют. Просто, да, ребята могут танковать, а она издалека будет накидывать по ним. Издалека, в смысле, вы сзади обсуждаете то, что или совсем назад? Это сливной пучок. Нет, не совсем. Вот видишь, там бублик такой на букву С похожий. Вот туда, куда-то если можно, мне помочь. Да нет. И я думал, объезжать сейчас самую тему. Ей на самом деле надо катить на базу, она там может, знаете, ей уже надо было бежать. Я там с Макса просто война войны. Она уже не уедет. Им сейчас одну сторону. Да, она уже все, она не уезжает. Баткера там бьют сейчас. Воч может что-то еще помочь. А, все, он на КД. Им главное сейчас Костя уже настрелять. Главное настрелять. Блядь, да им надо выпуш сделать с этой стороны. Блядь, они не выпушат. Чем они выпушат? Шо? Они так, уже все, посмотри на шот. Ну, это ебать. 38 хп, этому БК взрывают. Все, это мусор. Что это такое? И по очкам сейчас равняются. Почему они боятся для СТБ убить? Я не понимаю. Какой-то кринж. Они так жестко вели. Ну, глобально тут, конечно... Ей надо было откатывать в Б6, ей надо было в Б6 откатывать, в Б6. Он на 2К сдох. Чем тоже если тут бы она стояла в Б6, Фоши, она бы разбили. Знаете прикол, та команда тоже проиграла, они проиграли даже одновременно, они шли по победе фул. И сейчас тоже проиграли. Да. А сколько они проиграли? А, нет, они проиграли до этого. 14-40. Поносик ведет теперь по очкам. Офигеть. Я не понимаю, они даже принять не смогли, нормально. Блять, у нас БЗ просто отдался, поехал, вот он направо. Там 16-280 на 16-370 после этого боя, это просто пиздец. Ну, а блин, мы я не понимаю, я тоже понимаю, вообще не понимаю, как это произошло. Вот такая интрига, это просто потрясающе. А Левша говорил, что так и будет. Сценарий. Так они равные команды, ты посмотри по сердцу. Не было такого вот отбора, ни разу, чтобы вот прям так же. Офигенно. И ребята потерялись. Все решается в последних боях. Хотя, ну, там... Не Геленджик, конечно. Ну, Брайан, жаль бы Зеха отдалась, она как сдохлась, ну вот закалка у него была. Ну, ты уже. Олег, ты скажешь, что ты ешь, а? Тут тоже красиво, посмотрите, какие его... Я? Да давайте побольше. Да, блядь, реально, нам банально. Давай, свечатик. Сдержим дыхание. Реально, челики, блядь, в ровную идут. Ну, давайте соберемся. Эти поднасрала нам, как под концовочку. Да, вообще жаль. Нимфа Мяу кикс турнира, она тундру включила. Кого? Может быть, имело смысл как-то их выпушить вообще? А ты была тогда, когда был разработчик от Лесты на стриме у нас по мафии? И Гитька у него... И Гитька у него спрашивает, а он говорит, так что вы ко мне на вы? Давайте на ты. Гитька говорит, да, можно на ты. Слышишь, говорит, давай пойдем в тундру поиграем, потому что эти World of Tanks реально хуйня ебаная. Не, он спросил, как тебе тундра, как тебе тундра? И он говорит, ну карта не убит, карта нормальная. Съехал, он говорит, карта нормальная. Да, 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 съехал. Все полетели. Видели, как ты стол там разбрыжил? Спрыгнулся. Блядь, у них такие танки, куски говна, кроме того. Ну что, ребят, я вас поздравляю. Интрижка. Начинается. Сука. Что начинается? Что начинается? У меня откатил на деп. Ладно, давайте так, как они могли выиграть эту хуйню? Шотник мог уехать, скинуть инспир, с ним пойти. Никак, Нир. Давайте надо собраться. Нимфа тоже мог уехать. Ну, Нимфа бы уехала, но она бы не вывезла катку. Она бы просто достреляла с Аноном. Шотник тоже мог уехать. Они бы боялись так стрелять, выставлять. Тебе там на СТБ в итоге было вообще ты просто понимаешь, они сразу... Они просто стоят пьёмки, и они не выкатывают. И когда они... Я вам говорю, если бы она отъехала одновременно с падением их вниз, она бы вот сзади их объехала. Это был бы кайф. Если бы кто-то с БЗ, я бы выпушивал.
кто-то из нас бы выпушивал эти полный. Ну, эти, из нас, ну хотя гидка, они бы развернулись, просто там слишком много танков было. Я что думала, может, не поднимать. И пока бы они поднимались, она бы уехала еще. Если не было только там семера там жила в углу, они могли уехать, пока семерка жива была. Ситуация, просто забейте. Ну, семерка, да, она давала им тайминг. Вот, я про это и говорю, они же могли развернуться, оба уехали. Один стал на дальняк, а другая... Не, я согласен с тем, что могли больше накидать, но с тем, что вывести это, нет. Это просто лавина, которая движется. Поет. От этого, а также бои выигрываются. Вопрос, а почему у команды поносит еще и свет желтый такой? Остановится? Все, раз уже 100 искр. Две дроби взводные. Так искренне. Что, могут Паша... город нести, да? Пичка пишет мне в чате, воду. Жопа, не турик, а минус нервы. Чё хотите? Чё, какое предложение? Блядь, надо было, там будет только пение. Минус нервы будут завтра. Бля, я сказал, не знаю. Сказал мир. Честно. Можно все вместе попробовать отыграть город? Мне кажется, надо все блядь, вместе. Блядь, у меня вообще все вместе и это полный пиздец. Да. Не, у меня ну, она хорошо, не дезморалится, не тильтует, вообще хорошо. Воду легче принять еще. Хотя и город там можно принять. Это будет вообще... Напиши, что за QR-код, чтобы кто не был в курсе, знали. Так это всем сканировать надо сейчас. Завтра строго беседить. Ну, я даже не знаю, спойлерить или нет. Не, лучше не буду спойлерить. Просто отсканируйте. Я не боюсь, не. Просто отсканируйте. Работаем над собой. Не буду ничего говорить, просто отсканируйте. Просто прекрати, я свечусь. Ты сам знаешь, что. Да иди ты в жопу, блядь. Там прикольно. Про карточку чекаем нам. Я тоже свечусь. Дальки, Макс, да, проезжай. Команда называется «Поносит Катюши». Блять. Вообще-то вот это можно поломать у нас. Ну, скорее всего, бля, да, да, ну, там же Катюша красного цвета. Бля. Блять, сестрёва. Красный поносит. Ну, блядь, я сожжаю. Решили всё-таки она не красная, она белая, бледная. Хорошо. Это свет такой, не скорее всего холодный свет стоит, и вебка так настроена. И вебка, где... вебка хуёвая. А если или если у неё вебка стоп. Просто а, под свет делает? Да. Да. Блять. Поэтому и Катюша. Это же где? Катюша попроще поносит. В Южной Корее, да, типа если нет, ты загораешь, то это как бы не приветствуется. Я понял. Во всех странах азиатских они приветствуются, кроме какого-нибудь Японии да. И Корея. Кто через телефон смотрит, как отсканировать? Они даже специально придумывают там на пляже всякие себе маски на лицо и прочее, чтобы загорать. Да, в Таиланде получается по-другому. Кто с ПК сканирует, у тех эксклюзив будет. А в Таиланде талант немного другой. Там надо, чтобы у тебя был член. Успешный чувак. Между нами пожары. Подыхаешь много. Плохо. Ой, как она красиво высветила. Это повезло, что ей просто никто не пихнул с полки оттуда. Не, она прикрылась. А не могут же, не могут. Так она же за домами прикрылась. Кто ей пихнет? Это таунхаус. Так там возле этой штуки, возле этой штуки это сидят. Было... Возле... Как это называется? Возле домика, возле домика. Тогда понятно. Да блядь, ну я забыла, как называется. Вот возле этого домика, на который она сидит. И пацан Андрей Гриль стоит посередине. Да я просто тупая, у меня память нет. А противно закончилось. Ну вот это Андрей. Бля, как ты, Костя, быстро привыкаешь, что ничего себе, удобненько как. Я еще кипочку кину. Адаптивный, значит. Ой, как хорошо. Он просто гриля на месте стоял. Не, гриль видимо, что-то хлебушек прям какой-то потерянный. Катюха, а ты видишь отрисовку нашей четвёрой? Короче, я вот так поеду. Нет, не вижу. А ты езжай, Макс. Ей надо ехать. Да, АФК, 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 Яга. Яга, АФК. Умоляй, умоляй. Блядь, два гриля. Может, да не, не, Макс, не теряй время, не теряй. У тебя дома закрывают, она лбом стоит. Да кулик, а вы кумули заряжали. Да, блядь, да какая разница на ИББ. Я еще даже никто не пробивает. Не, лучше кумули издалека. Может, минус 25 пробития пройти. Там же 250. Почему они не посылают СТ-шку на тот план? Интересно, сколько она танкует? Мне хочется чекнуть. Ну... Ебать, они кумулями не пробивают в НЛО. Ну правда, а почему они оставляют там все шустрого Е5-го плюс СТБ? Фармить АФКшников. Так, инспу надо быстрее прокатывать и фармить АФКшных. Алло, я поставила, что у него 3800 урона будет. Что, засветился? А инсп едет фармить в план, который ему неудобный. Бля, пиздец. Они слишком долго, блядь, стоят эту ягу фармить. Я его маску купил. Крышку моторки. А, нет, я крышку моторки. Вообще без разницы. Пробило и спасибо. Сейчас просто спидранить надо и поджимать резко. А у тебя модик стоит? А, ничего, выставились. Спасибо большое.
меня перекинуло на Нютс или Анвы. Всем скажу. Спасибо, Курт. А там у каждого, кто отсканировал, разное выпадает. Там под этим, да? Давай, сейчас надо на педаль. Кстати, пишите, что выпало. Разменивай их на позицию. Ну, это да, QR-код такой с переменной ссылкой. Даже если вот Катя, она получит тычку, на это насрать. Там сканируешь, и каждому человеку, в зависимости от того, как он себя вел в этом году, выпадает разное. У меня этот модик, из-за него что-то не работало, я его удалила нафиг. Я думаю, что Инспу надо было на воду ехать. Нет, просто в город, это, конечно. Инспу на воду? Да, инспу на воду. Я тоже да, говорю. Да, я про то и говорю, что ему надо было сюда ехать и АТБ-ном выставляться. Не, подожди, ребят, врагов еще 9к. Могут сейчас еще чуть-чуть подсосать. Могут сделать плюс 15. Вот фражик, нормально. Могут, могут. Победка будет плюс 3000 очков, да, или уже 12. Похуй, похуй, давай дави, тетюха, блядь, дави. Так кто там шумит, блядь? Маханская, выруби, плюс микро. Ты тоже затрахал, затрахал. Блядь, еще по ушам дала. Сука, в мире животные, блядь. Бля, их надо было в одну команду. Давай, Катюха, давай. Это был бы контент. Да ты пизда. Я бы посмотрел, как Шамаханская Джоу. Кстати, сервер с первой, Джоу можно во вторую корзину. Не, актера надо, актера. А чего актера не позвали? Или просто... Он в отпуске был. Ну, 14. Ну, когда, о, 3200, как, когда будут взводы из четырех игроков, чтобы можно было четвертую корзину. Короче, мне надо было, чтобы Инс дал 3300. Я просто вспоминаю, я просто вспоминаю, как Грани включал, как актер учил Шамаханскую гореть на Нира. Да-да-да, я прям это очень сильно, блядь. Нормально, ребят, 16к. Это было хорошо. 16. Просто, ну, неадекватнейшие бои пошли под концовку, надо собраться и выдать. Нир, ну, можешь ответить нам на один вопрос? Нет, отъебись. Я ничего. Когда ты, блядь, убьешь СТРВ наконец? Нирчика, ответ. Давайте, давайте, не сдаем темпа. Да-да. Я не понял. Ты ж за... А ты как может не один, да, не поехать в город? Нет, нет, он просто увидел именно картинку, превью. 16-300, 16-370, это пипец. А он не заходил на стрим. То есть здесь у нас только... Они бой проиграли. Ты просто пропустил вчера лютый трэш, мы смотрели, короче, твой стрим в рекурсии. Влади бесконечно разговаривал. А, еще один бой, это то есть они на 14-600, это поражение, да? Ты полтора часа кидал тычку из СТРВ, и мы это смотрели. Только учти, что каждый раз это кусок... В сумме две... Не, подожди, на 14600 это победа, блядь, ты спойлеришь. Каждый раз этот кусок заново кодировался трово. Ёб твою мать. На, уже под финал, давай не будем просто смотреть таблицу и все. Два последних боёчка, давайте на максимум. Слушай, какой на 14600 победу? Где ты грань увидела? Куда я жмал? Вот, все, сейчас появился бой на 13800. До этого там 14600 был. Нет, когда ты говорил, там 14600 было еще. Я не знал, что ты смотришь, что кого-то там. Нет, я за нимфу смотрю, у нее показывало 14600. Хорошо, давай. Ну, по носикам, если ты решил любой, то можно считать. У кого так микрофон жестко шипит? Это у Шамаханской, блядь. Шамаханская, можешь по голову сделать, пожалуйста? Да, там просто очень сильно шипит микро. Да, лучше, а мне, наверное, просто Настя тихая, поэтому я не слышу. Нет, это всегда это кончится. Сколько нам боев? Нет. Это вообще это супер-режим был. Какой режим, блядь? Это не телефон. Ты глянешь, как актер учил? У него на канале клип. Можешь к актеру на канал зайти в раздел клипы. Это вы что, Влади постоянно на фоне? И там найти. Это было вчера или позавчера. Это у меня аккумы заряжаются. Я бы не стала такую конфетку есть, это конечно. Хуйня громкая, я перенесу в другую комнату потом. Это сильно громко, да? Нет, все нормально. Да нет, да. Чуть-чуть так фонит, когда говоришь, нормально все. Ой, сейчас она раздалась. Это просто я шутить не осужу. Она не попала в броню, блядь. Сука. Разница, ага, проверим. Все, вспомнил своего фаша. Спасибо, Ромочка. Ромчка? Или Ромака? Мэрик, ладно, все кидайте. Так правильно читается. Кстати, кидайте. Взводик там быстрый, все еще не светился, а тут всем уже кидайте, можно поджимать. Можно... Спасибо большое. Так что выпало-то, расскажи. Так и не поняли. Завтра тур в 14.00 стартует. Так что все в 14.00 приходят. Нир, я приду. Нир играть будет, да. Она переагрессировала нам. Нир, буду смотреть на тебя со своими эмоциями. С ником Бизон. За какими? Не надо. К
Ну, не за твоими же, Настя. За моими не надо. За моими не надо. Ебать, у тебя тут Макс едет. А мы и так услышим. Сотки. Но я к тебе, походу, мне делать нечего. Нет, не услышите, потому что это будет заберегать. Да-да-да, в прошлый раз захожу, Настя, она чисто в команде ничего не говорит. Открываю ее стрим, думаю, что там у нее творится. Открываю ее стрим, а там Нира хуесос. Понимаешь, что самое крутое на этом всем? То, что не продают. Ладно, все, тихо-тихо. Вот вы завидуете их взаимной любви. Очень худал. Кого ты слышишь? Джо, слышь, кстати, сегодня ты всех отправляешь там спички после своего матча. Типа, пойдем посмотрим, все дела. Я захожу в чат, а там тебя с говном просто смешивают у нее. У нее? Да, да. Ну, дураки, что с них взять-то, блядь. А за что смешивать? Да ману разряжать, а да, еще я чекну. Ну, не, а ты там что-то типа набивал, они так по-злому на тебя что-то говорили. Да пошли они нахуй, долбоёбы. Да, да, это из-за того, что ты урон наносил, типа. Ну, там, ребят, там у Джова 17,5 миллионов, а у нас 14,800. Боже, это было так приятно. Можно еще раз повторить? Привет. 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 А ну мы не наберем 2,5 ляма, ребят. А тебе не наберем, скорее всего. Давали предложение различные видосы озвучивать? Даже с учетом аниме? Того, что сейчас еще трения будет, сказать, там у нас осталось меньше 4 часов. Саски! Навряд ли. Саски! К сожалению. Два куска мяса, блядь, стоят, ничего сделать не могут. Еду к тебе. Что-то какой-то странный хентай ты смотришь, Влад. А я только Наруто смотрю из аниме. Это он реально смотрит про Саски и Наруто хентай. Бля, что это поражение будет. Как там называется этот жанр хентая? Я 87. Ой, это шикарное. Шикарное аниме с очень-очень сложным сюжетом. Тут реально, давайте последние бои, давайте жестко по боям, пожалуйста. Ага, согласен, бля, Джоб говорил бой. Давайте четко по боям. Тут начинается прям очень плохо. Давай без вертух вот этих самых. Ты тоже иди отсюда. Чего вылез? Ей надо было раньше занять К1. Я не понимаю позицию Е5-го сейчас. Шотнику надо оттягиваться, что там трудно. Он центр контрит. Сейчас в спину бы заехали. Ну, вообще ему надо было там, где 28 стоять, нельзя. Ему надо сюда. Мне надо. Просто им надо что-то делать уже. У них на базе едут танки. Вообще, но им надо прибывать. Вообще ей, наверное, надо было приемку. Это Б1 занимать камушек. Заехать на респу и перепушить Леона, то 87 забрать. Там еще будет гриль, леопард. Возможно, просто бачат там и еще кто-нибудь. Бачат, кстати, как там без вариантов, потому что перепушите, иначе пизда. Да и так уже 6 каливают, и минус стволы. Ну, 6 калива это не приговор. Ну, да, это можно еще. Надо сторону рожать. А чё, да, в принципе, не обязательно. Главное, вот сейчас центр жестко законтрить, она хорошо на самом деле сейчас встает. ТВП-ха в имбовых кустах стоит за камушком. Ты спрячься, ты носик вытащил. Она центр контрит. Нет, ТВП-ха хорошее сделает, да, прием. Они как будто вообще перестроились. Если они будут помогать, они так, что он засветился. Смотри, Макс фуловый, Макс там будет встречать жестко. Сейчас все зависит от того, как она будет светиться. Если она будет светиться, вот она отъехала назад. Да. И тут 28 еще, блядь, просто забивает. Вот, и в спину стреляет. ТВП-ха барабан раздаст, а вообще отлично. 28 просто должен себя сдать пробитие. Тут кусты довольно имбовенькие. Ой, надо аккуратно, она может упасть там. Надо добирать, надо добирать. Да, блин. Хорош. Хорош. Почти десятка. Смотри, они сейчас просто будут... Макс там встретит, у Макса 1800, он на ДПМе встретит. Я здесь хорошо понимаю, ребят. Макс, да, чуть не надо рассказать. Не, они сейчас камбэкнут, это очень жесткий бой будет. Это очень жесткий бой. Ты же гасил, пожалуйста. Бля, каточек. Не, там каточек нужен, да. ТВП очень грамотно позицию занял, он два барабана раздал сейчас. По ХП ровно, кстати. И охеренно, самое охеренное, то, что у Макса фулл ХП. Если бы у Макса не было ХП, он бы там не встретил. Ну, там единственная проблема, знаете, в чем? Это Яга. Тебя не могут, я себе еду. Только не пались, пока не пались. Я все заебу тебе, Макс. Да, пока не пались. Когда главная проблема — это Яга, то, что она может реально... Да, и арта, вот, смотри, переехала. Я бы даже ближе не подъезжала. Ну, если бы выкатывали, здесь можно было отстреливать. И так она может ХПшку. ХПшку потерять. Может, она на башенке должна стоять, от башенки пикать. Выставилась так, что простреливает теперь меня. Вот, она правильно сейчас сделает. Откатывает, будет просто по ним отстреливать. Здесь заодно бачата чекать. Это хорошая позиция для нее.
Ну не в твою. Опа, не, ну 268 вот, надо отдать ему должен. Макс ДПМ должен. Нужен. Бля, Е5. Походу сейчас здесь будет. Да, боюсь. Отлично. Он должен был стабильно. Чтобы от Яги, от Яги. А, она в Макс едет, Яга. Ягу надо закрывать, нет. Срочно надо закрывать. Нет, 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 нет. Яга в Макса едет. Хорошо, Макс на каток поставил, все, растащили. Арта где-то здесь. Хороший пятый, долбоёб. Все, 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 красавцы. Или отсюда кидала мне, короче, прямые кидала. Это уже спокойно остальное стаскивается. Это очень жирный бой на 20к плюс. Просто красавчик. Дал контроль где третьего. Он потом перекатился сюда, это просто блядь, золото. Я думаю, вы пушать мне можете. Ну, скорее, как, на, можно на сколько да, тут есть, еще? Макс, не 1003 соберу, да? На 20, на 12 тысяч? На 20, на 20. Так еще две арты, о, еще бабахов уловая, еще бабахов уловая, которые они могут зафармить. 3900 хп, глянь. Лёнон, посмотри, тебе сыграть. Еще тысячи две могут. Так из них две арты фуловые, это 1000, и бабаха 2000. Блядь, пизда, разница в очках 13. Только фрагами. Блядь, убьёшь меня, что на бочатике, нахуй. Нет, 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 я спойлери его, я заживу. Кто не спойлерит, там вон написано на неё. Разница в 13 очков. Вон, на неё, посмотрите. Я думал, он уже после боя сказал. Так сейчас с этим боем они сделают задел очень хорошо. Хороший. Ну не хороший, но нормально. Нет, они очень хорошие, там фул бабаха, блядь. А почему она по низине не поехала? Чё засветилась? Тоже не знаю. Ну бачат и в низине мог её убить. Она поторопилась. Не, нормально, старый лист разбирается с этим боем вообще. Да, нахуй. Максосик, 7000 очков, красава. Так Макс чисто собой закрыл фланг в ноль. Я сейчас пробил. Бабаха ещё фул? Да не должен. Он там легендарно, по-моему, отыграл. У них 2000 хп осталось, 2000 хп, если они и фрагами это возьмут, то это еще плюс 600 очков. А что меня сильно хейтили у тебя в чате? Зачем? Я не, я на самом деле не знаю, я просто играла, а потом завершила сразу стрим. Я даже не видела, что вы хейтили, там вроде говорили, типа, ууу, я заболела, но бабку жопу я люблю больше. Такое я видела. Хорошо. Ты просто... Блядь, каток зачем ты даёшь? КД бабаха. Блядь. Да, он попал на да Максу надо упарываться, чё он дает? Что у нас? Хорошо. Он не доедет до неё. Да все, главное, что мы вытащили это. Не если бы Макс не дал каток, было бы лучше намного. Он не специально каток дал, он нормально так 20 тысяч боев. А, будку целил. А тебе дали 17, да? Господи, что мы откомбейкали? Я, конечно, вернулся на базу, но я настолько бесполезен. Дуак, это будет. Ну что, решающий бой у тех, у других? Там накроет. Да. 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 Не, у тех так вот, это, вот этот уже бой, да, очень важный. А Эля играет решающий. Надо просто отыграть на 20 еще желательно. А у этих тоже 20... А, нет, 25-й был. У этих 24-х начался. Молодцы, молодцы, откомбэкали. Ранее, вот что они откомбэкали? Они 200 очков откомбэкали. Так это дофига, когда у тебя дистанция 24 боя, это очень много. Да, это дофига. Это 20 тысяч. 10 очков, это 20 тысяч очков. Смотри, они идут 16500, а эти сделали 20. Это на 3000, то есть этой команды поносик надо делать на 3000 больше в каком-то бою. У них нет права на ошибку, Грани, у Катюши. Нет права на ошибку. Надо минимум 16 выдавать. Ну, конечно. Ни у кого нет. Тут максимально все сейчас будет решаться в последнем бою. Хорошая катка. И что это за катка? Просто суть в том, что вот у тебя есть равные очки и два последних боя. Сколько ты сделаешь очков в два последних боя? Они уже 19700 сделали. Слушайте, вот у меня есть вопрос. То есть если они 12 делают, это уже нормально. Но это уже средний их. А все, что выше 12, это будет сверху. Я не знаю. Ну, говори. Смотрите, сверх 13. Есть две Алтэ, да? Тебе нужно по-любому выиграть эту катку. Смотри сама, Катя. Будете полагаться в этой катке на ЛТ или будете сами надо там укреплять будет. Там АПС здесь форсить, здесь нельзя форсить. Она, кстати, командирку включила. Она командирку включила. Все, погнали, давайте собрались. У нас последний бой. Фул фокус, ребят, фул фокус. На карту не забывайте смотреть почаще. Ситуация очень быстро в бою меняется. Завтра в 16 играете. Ну да. Нир сейчас, наверное, думает, почему нимфы. Ну да, в 16 по Киеву, в 17 по МСК. Надо будет хоть покатать чуть. Надо, чтобы Грани вон, блядь, целым сутками сидел, блядь. Не отдыхал, не спал. Ну, мы сейчас потренимся, посмотрим. Кустек. Ну, так-то мы спокойно можем результаты хуже показать, потому что я нормально выдал, и Флабер очень хорошо выдал. Сотик справа, что ли? А так и я могу хуже, и Флабер ну, Грани, я так еще не мог. Завтра многое тоже от удачи будет зависеть. Каждый может выдать свой пиковый результат. Или кто-то может проебаться очень сильно. Да. Ты стал занял кусты? Тихо. Нижнюю гряду в D1. Ой, копнул. Ты откуда родился? Скорее всего. Не, так оно в любом случае, да, туда бы поехал. Артас. Еброздох. На 8. Еброздох.
Ой, ебра полетел. Все, ебра отлетит, союзник. Да, вижу. Так Архаем тоже, у нас говьяма загнала, да не, лучше не буду рисковать. Да нет, он наперед просто ванговать пытается, только у него нихуя не получается, блядь. Вот я когда выхожу, я подсвечиваюсь, но я точно... Да надо и кидать, бля, подожди, ты сто не... Либо он можешь отсюда светиться? Ты вот взял. Да, на краешке горы стоит. Так он 100% там стоит. Я снизил. Не-не-не, ебр проехал, ебр ездит, смотри, ебр живой ездит. Ну ты же учитель маскировку... Так может, эти алкаши не попадают? Да не-не-не, нихуя. У нас Архаем там отсасывает. Блять, он в натуре занял кусты, смотри. Не бра, ты стой, нет, на аллее. Блять, он агрессивный исполняет. Игра. Но на ебре надо активно светить. Ну, ебр может, ебр может. Сейчас нужно стягиваться, сейчас нужно стягиваться, ебра убивать. Он сейчас полностью всю аллею закрывает, посмотри. Да, 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 да. Они перманентно будут светиться. Ты стой на горе, значит? Да, да. ЕБР в яму проехал уже. ЕБР яму проехал. Давай, батя. А он с ямы не высветит. Ой, бачата, бачата надо ебать. Ну это понятно, да, но все равно будет. Сам высвечивает. Да, да, но он будет согревать. А, вот он уехал. Но ты понимаешь, Граник, даже если он будет согревать, там все на очке же на аллее. А что она не бачата не будет ничего сделать? Лучше бы бачата стреляла. Да, да, да. Не понимаю, что она сейчас испугалась. Да, она же должна дальше была ДПМить. Там ебать фармить должен. Где твой дэмэдж? Она хочет дальше рел камня, она хочет справа от камня стать. Она правильно делает, в принципе. Не, блядь, если он что, если ебать... Просто она хочет горку смотреть. Макс пока не летит, он там прям активно его целит, все правильно делает. Бля, ей ДПМить надо, реально, но зря уехала. Она, может быть, хочет горку отработать. Она просто время теряет. Он на горе сидит, тестов, да? Она светится, когда подкатывала, засветилась просто. И надо активнее сейчас отстреливать, пока все светится. Ебр высветил, там ебр попал нам. Красный ебр, который катается, он пахнет, блядь. Он не может не менее гениальный тест. Он даже не может подумать о том, что ебр... Короче, я не могу подумать, что он там стоит. Ну потому что это охуеть. Ладно, ладно. А, у них ебр... Вот, да. У них охуеть. Боже! А чё случилось? Вот девочка заруинила бой. Да чё? Тест стоит с J2. Бабах, или это вертуха была? Да как? Нахуй бабахи сводиться сюда, если отсюда никто не выставлялся? Вышла. Она выиграет на секунду. Ладно, Макс, нам с тобой. Её, блядь, пробила та, которая забилась. Её другая бабаха, да, её другая бабаха. Которая после бачата стоит. Которая не светилась, но которая какого хуя сюда сведена? И вот тут ломается. Так она просто на центр сведена, и всё. Когда стоят там, где бачат, они целят центр. Кони из 7 на горе. У них тестов стоит в кустах. Да, слушай, блядь, от кого она так сходит. Скорочите это говно, знакомая хуйня. Нет, блядь, ну это слишком далеко было. Нормально. Нет, те сыграли 15 мячей, у них все равно, если они дадут хотя бы тысяч 10, то 15, то они пройдут. Работы, Никита, блядь. Работы, нахуй, покой выиграть. Тысяч 10, да, Тима, они пройдут. Да ничего, она не сама не виновата. Все, Ебра выиграли. Да нет, бабаха, это понятно, она просто как потерянная. Он живет, пока уехал вроде. Вот бабаха, Ебра стоит, там все. Я согласен, она должна была дальше стоять ДПМить центр. Ей нечего было бояться. А тут она выставляется, ее с горы были. Нет, ей было бояться бабахи. Ой, какая я. Да нет, смотри, что 140 и... делает, смотри, что 140 делает, блядь. 140 туда в куш проезжает, пипец. Они просто пиздоватые. А если сейчас зайдет, я в шоке буду, они просто какие-то странные. Так он стоит, да, блядь, ему не слева стоит. Что это за цирка, блядь? Я его ни разу не видел, ни разу. Вторым темпом кусти занятий. Как так можно прокатить СТБ стоит на центре? Яга, никто его не светит. Воздушном шарике. То есть видимо, он видит, центр не должны его светить. Да, светил. Ты можешь где-то здесь... Нет, здесь СТБ, что их закрыли горку от джаза. Если сейчас шотник не уйдет, светится, то он труп. Да. Нет, шотник успеет, у него есть тайминг. А как его бабаха не обоссала? Там уже все, ему надо уже уйти. Не, это минус артовод. Это луз, ебр сдох. Им надо дать хотя бы 10 тысяч очков. Будет ли чудо от старого? У нас еще не сдох. Ну это луз 99%, потому что у них еще ЖД занят. Я не знаю, у нас еще живой ебр катается, блядь. Ты уже второй раз ему смерть прогнозируешь. Кать, посмотри, ребят, те сыграли на 13, им надо просто более-менее отыграть этот бой. Я же говорю, 10 тысяч чей дать, и все, они пройдут. Но это не важно. Потому что тени дадут 20 тысяч. Макс, конь. Короче, мама, нужно без надежды на победу давать 4К еще. Ну слева от камня. Сейчас Макс, я быстро на инспа переключу. Главное, я быстро, потому Макс, что он будет долго жить. Должен, да. У него хп есть, у него все просто есть. У него 140 в кусту. Да. Камеру подвинуть будет сейчас. У него не летит, единственная Максу проблема. Давай, Максосик, давай. Яга Максу дала, минус косарь.
К1 Максу, блядь, надо, да, блядь, просто ключев закрыться и стать. Ой. Просто так, нихуя, да, не делать. А он уже не уедет, его тестоз. Все, ну пизда, Максу. Короче, вся игра сейчас на шотнике. Да, ему, блядь, надо светить, ёбр там живёт, что-то базу. Знаю, как тут, фу. Ему надо подсвечивать супер коня. Также стрелять не надо. Проблема в том, что я ваншот. Не, наоборот, не надо. Ему сейчас нужно, а, просто урон въебывать. Не, вариантов нет. Пиздец, то, что ему яга пробить дала, это пипец. Блять. Так, слева от камня, вы говорите. Ой, красиво. Значит, по КП разрыв не очень большой. Вражеской командой. Да там ты солдат живой. Бля! Бля! Да поставил. Я как бы ко мне вон стоит конь, да? Может, зафармит фача? Фош, фош, фош. Да я вижу. Бля, не перейти. Старый, просто старый сейчас должен хоть чуть-чуть, блин. Хотя бы еще 1002. Да не. Блин, ну хрена я умерла. Блять. Коня надо фармить. Зачем ты вообще там выставилась? Бля, ты 100 выжил, все, и в яму упал, это пизда. Было мне шить. Да, нет, это 100, это 100, это 100, это 100. Не, не даст. Макс хотя бы в кусты бы встал, блядь. Все, Макс сейчас умирает. Он поехал, Макс поехал. Нет, сейчас нельзя было ехать, уже нельзя было ехать. Это уже все. А может повезет, доехать. Да, сейчас тестов выставится. И тестов теста 3 подъезжает. Макс вышел. Да бабаху разворачивается. Ну, сзади разворачивайся, побабахи. Во все тяжкие. Да это правильное решение, съебать, блядь, попробовать. Чего вы нахуй ноете? Он на опыте, блядь, правильное решение принимает. Ну, на удачу. Не на удачу, блять. Есть нахуй момент, когда надо только, блять, именно на удачу надеяться. Блять, ты заебал. Засветился. Не на удачу. Это за... Ну, смотри, на удачу. Я поясню. Нормально, блядь, я поясню. Короче, есть решение, которое, конечно, осознанно принимается с потенциалом на удачу, как бы. На своем горьком опыте говорит. Нет, то есть ты так сказал, типа, на похуй условно поехал, и повезет, не повезет. Нет, а он, короче, ты, на блядь, на своем опыте. Для того, чтобы были шансы, пофиг, пофиг. Тише. Да, Олег, тихо. Так, все, страйк. Ну вот Макс 2к очков вывез, а, как раз. Влади нахуй даже недооценивает, блядь, старичка. Тихо, страйк. Блядь. Вот тут. Как вытаскивать? Хорош, давай, Максон! Давай, блядь, Макс, еби нахуй! Бабаху. Хорошо, блядь! Хорош, хорош. Ну 28 он должен что-то забрать. Фош. Да 28 затрахал. А ему нельзя агриться на них. Ему нельзя поворачивать. А Фоч не смотрит. Блядь, старый, давай тычку. Бля, мы же лайны были. Слушай, я не знаю, что там 28-4 напичкан. Старый ему, по-моему, штук 7 выстрелов в ликвид, я бы не залетел. Я при полном сведении на дистанции 100 метров не попал 5 раз подряд. Короче, Макс, блядь, все равно ебакряк, нахуй. Почему он 15 метров от куста не отъехал? Пиздец. Ой, у них на команду 3600 хп осталось. Финальный бой. Ёб твою мать. Я, подождите, сейчас оно пройдет. Я на Селика переключаю. Я на помидоре. Давай помидоры, да. Блядь, где помидоры? Блядь. Ёб твою мать. Какого хуя? Сука, меня сейчас трясёт? Да все, ушотника тебе. Я не хочу, да не хочу спалить. Пиздец, да, бои, да, я, да, не, да, знаю, я не знаю, я не буду такие выиграть. Ну не говори, спалили, блядь, заебал. Да, не видно, что 12... Да там все, там не убил. По очкам, посмотри, вон, 400 еще не дали, блядь. Да, 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 все, тут никто не спалерит, блядь. Ну ладно. Не понял, бля, пиздец. Там разница, они уже обогнали их. Они, я думал, уже ты просто обогнали. На 12 очков. Бля, где-то пизда последней катки. Да. Это такая мать. Охуеть, 16. Причем так хорошо шли, так хорошо шли под конец. Так нет усиликовой. Я не знаю, что это за мать. Понимаете, это то, о чем я говорил. Я бы, блядь, нахуй такие катки никогда, блядь. Ну, примерно до минуты, я думаю. Я ебал, блядь. Так, да? А что ты сделаешь? Я на горку бы поехал. Да гору отыграть реально, я согласен. Поехал на горку и выебал бы горку. Ебать, все, да. 404 на 407, 3000 разницы. Вот, просто победи на Прохоровке, этого хватило бы. Просто победи. Вот, или... Чуваки, смотрите таблицу и охуевайте. 3000 разница, 3000, блядь. Сегодня просто какой-то заколдованный день, блядь. Все мальчи валидольные. 404, 407. Так, а меньше 3000, ребят. Уже все полностью. Силик на 400 отыграл. Блять, ну там ноунейм, конечно, из второй корзины выдал на 4200. Это охуительный результат, с учетом того, что он играл на ПТ. Он играл на ПТ. Да, фу ПТ. У него на ПТ-шках 4200, это охерительно. Ну, а у помидора наоборот хуёвая игра пошла. И у Силика хуёвая. Не, ну у него фрагов мало, типа, очков. Ну да, да. Не, ну очков все равно нормально вышло. Нормально. Шотник 4200. Шотник подопустил последними боями. У него на Е5 1700, 1900 и два боя на 3. Шотник на Е5 вообще не отыграл. Помидор сыграл охуенно.
Да не, нимфомео молодец. По факту, блядь, я три не но... Ну нормально, ну хорошо, она ну, хорошо 2-3 фрага, да. Ей последний бой срезал примерно 3600 среднего. Да, да. Да, а у нее тоже все хорошо шло. Я бы не сказал, что она... У них у обоих, кстати, в обеих командах вторая, третья корзина заебись играла. 4К очков, да. И они и там играют на СТХах, и они одинаково сыграли. Да, 4К очков. До них вообще не доебаться. Первая корзина, да, они вот туда и надо доебываться, блядь. Понторезов. Пойду. Да, да, блядь. Ну ничего, будут в сетке лузеров, посмотрим, что там. Могут оттуда. Блядь, ну с таким предпоследним боем казалось, что вот, блядь, сыграй немножко. А кому они попадают в сетки лузеров? Пока это к ним кто-то будет попадать. А. Они то есть, первые, за собой не занимать. Первые четыре матча падают. И к ним попадает кто-то из верхней сетки. Там вот и завтра, есть, да, будет определяться? Ушастая бабка по быточка. А, они оттуда, слышь, да? Из чата поносик в упорной борьбе вырвал очко у Катюши. Охуеть. Так, ребят, кстати, вы там стримы заканчивать собираетесь? Если что, спасибо за рейды. Мы потренимся сейчас. Пойду вашу треню смотреть. Трениться будете? Угу. И опять разница в 100-200 очков. Я рейданул. Ой, я пойду высыпаться до завтрашнего. Да, ладно, все. Наглое старое счастье, как говорится, рандом, да? Посмотрите, какой сегодня. 17 тысяч вообще никого нету. Да, мне кажется, он всегда такой был. Ну, точнее, не, последние дни. На последний, вот как Леоны вышли, да, рандом убогий стал. Не, Леоны повлияли чуть, да. Без Б. Катюша выходит. Появилось больше бабак, потому но что на самом деле надо сказать, что не так категорично, как мы... А ну, Катюша мы падает думали. Вниз, не да, а Поносик выходит на команду Вильфа. Ну да. Всем до 2 часов. Мне уже трясёт. Да ладно, Настя, все будет нормально. Да, погорит, да. И особенно, перестанет. Ладно, мне надо кресло двигать, если что. А что, я два хейтер, что ли, какой-то твой? Приятные. Да нет. Да. А сервак в соляру комментит, да? Он что-то этот... Он в тильте. Ушел в себя. Гитмир, спасибо большое за рейд. Да. Что ты с давай. Серваком не комментишь? Да как бы... Пошел бы составил компанию. Сервер с Корбином комментит. Это очень жестко, ребят. Так, ладно, на Ютубе. Кто на Ютубе смотрит, это в записи. Спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте лайк поставить, подписываться на канал и подписывайтесь на Трово канал. Обязательно, кто сейчас на Трово смотрит, регистрируйте аккаунты, чтобы, ну, чтобы часы засчитывались, во-первых. Да, а то вы смотрите и ничего не засчитывается. Вы призраки. Вот, ну и в боксах можете участвовать, в чат писать и так далее, и тому подобное. В голосованиях участвовать. Короче, аккаунт на YouTube, на Трово заведите, это дело 20 секунд, и будет намного приятнее, заодно подписаться сможете. Вот. А кто смотрит на YouTube, спасибо, что смотрели, переходите на Трово, чтобы смотреть все матчи в прямом эфире. А когда вы это смотрите, скорее всего, мы играем уже свой матч, поэтому переходите, мы играем в 17:00 против PUB и Точка, против команды Анатольевича Блади и Страйка. Анатолич Блади, нет, подожди, Анатолич Блади и Панацея, какой страйк. Вот, а сейчас мы будем тренироваться, а сейчас на Ютубе запущу тоже.